Я его делаю здесь, так отправляет куда-нибудь ему. Я что делать там? Пишешь, что ли? Добрый день всем. Уже время, наверное, начнем. Кто-то подойдет еще. И сегодня мы хотели встретиться с Приморским корпусом, потому что давно встречи не было. Мы как говорили, что вообще-то сегодняшний вопрос, который мы здесь рассматриваем, он больше всего задевает наших примаров, и вообще мы считаем, что работа должна начинаться оттуда, с примарей. Нам легче тогда будет видеть некоторые цифры. Этот документ у нас основной, как вы понимаете. И мы должны очень серьезно подойти ко всем вопросам. Все прекрасно понимают, что сегодняшняя финансовая ситуация как в Грузии, в республике, да и в целом мире не совсем такая, которую мы бы хотели видеть. Поэтому мы сегодня должны с вами очень внимательно подойти ко всем цифрам. Может быть, некоторые будут недовольны, но, знаете, мы должны выбрать главную, самую верную точку. И сегодня это наш народ, наши люди, Гагаузии. Мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы что-то, чем-то помочь нашим людям. Такую трудную ситуацию. И вот вместе с вами мы будем обсуждать. Для этого мы здесь собрались. Для этого мы с вами практически работаем на этих должностях. Самое главное, когда мы уже примем решение, чтобы мы увидели, что все этим довольны. И мы с вами, и самое главное, народ наш. Я передаю председателю комиссии в дальнейшем. Какие будут вопросы, не стесняйтесь, говорите. Для этого мы с вами собрались. И именно для этого, чтобы мы разобрались конкретно. Потому что всем вместе легче будет нам смотреть на многие цифры. Пожалуйста, Николай. Спасибо. Добрый день. Уважаемые коллеги, примарский корпус, члены исполкома. Год очень тяжелый, предыдущий был нелегкий, и грядут нелегкие времена, по крайней мере, нету пока никаких предпосылок, что станет лучше и легче. Поэтому мы должны подходить и к формированию бюджета, к расходной части грамотно. И есть у нас предложение относительно и структуры исполнительного комитета, штата сотрудников, потому что у нас, как мы говорили на консультациях с исполкомом, когда проводили, я говорил, повторю, что людей у нас в Гагаузии становится все меньше и меньше, а чиновников все больше и больше. И нагрузка на одного жителя каждый год растет. Нагрузка, имею в виду, можно сделать коэффициент, это легко сделать, и показать, насколько он растет из года в год, рос коэффициент давления количества чиновников на одного жителя Гагаузии. Это ненормально. И то огромное количество управлений, которое создано, об этом будем говорить более подробно. У нас есть предложение, мы ведем уже дискуссию, начали с исполкомом на этот счет. Есть много вопросов к бюджету, к расходной части. Некоторые программы, которые должны были работать, некоторые свернуты
а некоторые работы, значит, предполагается работа, например, по питанию до конца учебного года. Дальше неизвестно, что будет. Огромные расходы, что нас беспокоит, и есть запрос и в обществе, огромные траты, расходы на содержание бюрократического аппарата. Это вот в общем будем говорить на эти темы. И то, что мизерное количество денег выделяется, к сожалению, вопреки закону, в нарушение закона на развитие нашего языка и так далее, и так далее. Я хочу предложить слово Александру Георгиевичу Тарнавскому. У него есть вопросы, и чтобы он высказал свое видение и задал те вопросы, которые есть к исполкому. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены исполнительного комитета, примарский корпус, я вижу, представители бухгалтерской службы здесь есть, наверное, представители гражданского общества. Во-первых, спасибо комиссии по бюджету, что формально мы уже не должны были проводить публичные слушания, потому что они, по-моему, в декабре месяце были, но учитывая, что новое народное собрание, сформированы рабочие органы, и первые шаги, которые бюджетная комиссия предприняла, это консультирование, широкое консультирование с заинтересованными лицами по тем законам, которые беспокоят общество. Безусловно, бюджет один из них. Я всегда задумывался, почему на публичном слушании по бюджету мы несколько лет назад инициировали специальный нормативный акт, да, чтобы проводить публичные слушания, как они должны проводиться. Для чего это нужно? Потому что, в принципе, бюджет формируют сами граждане своими налогами, а потом, когда утверждается или исполняется бюджет, граждане как-то остаются немножко в стороне. И, в принципе, главный смысл публичных слушаний – это общение с теми, кто платит налоги, насколько эффективно они тратятся. Но общество довольно неактивно, да, наверное, на публичных слушаниях. Я думал, почему так? Мне самое, по моему мнению, бюджет, он написан профессиональным, но сложным языком. И людям очень тяжело разобраться в этом перечне цифр, приложений, поэтому для многих это непонятно, непонятно даже для многих коллег, потому что не все являются финансистами, я имею в виду депутатов Народного собрания, люди разного профиля. Поэтому вот чем бюджет будет понятней, тем легче будет в нем разобраться. И чем больше прозрачности, тем меньше вопросов, насколько эффективно тратятся бюджетные средства. Значит, Татьяна Михайловна будет поправлять, если что-то не так. По-моему, 13 декабря, да, поступил проект бюджета от исполнительного комитета Народное собрание. 15 декабря... Я, как депутат Народного собрания, отреагировал, направил соответствующие свои мысли, свое заключение. Вы тоже, коллеги, я имею в виду примары, ознакомились с этими предложениями. Многие из вас подходили, высказывали свое мнение. Наверное, сегодня на публичных слушаниях я не буду вот по каждому пункту останавливаться, задавать вопросы. В принципе, мы с исполнительным комитетом ответы на вопросы можем получать не обязательно на публичных слушаниях. В конце концов, мы друг от друга находимся в шаговой доступности, да. Но вот некоторые главные разделы, которые меня беспокоят, которые хотел с вами поделиться, услышать ваше мнение, насколько они действительно соответствуют тому времени, в котором мы находимся. Мы все с вами живем в Гагаузии, знаем, что происходит в экономике. По моему убеждению, бюджет Гагаузии, бюджетный процесс Гагаузии находится в глубоком кризисе. Почему я делаю такие выводы? Потому что несколько лет подряд не исполняются плановые показатели уточненного бюджета. Есть обязательства перед населенными пунктами, есть задолженности по капитальным инвестициям, которые переходят из года в год. И мы, наверное, те, кому люди доверили представлять их в Народном собрании, в исполнительном комитете, должны отвечать на те вызовы, которые есть. Просто делать вид, что ничего не происходит в экономике, в бюджете, мне кажется, это неправильно и даже где-то халатно. Проект бюджета, который нам представлен исполнительным комитетом, по моему убеждению, он представлен от исполнительной власти. И по идее этот проект бюджета уже должен быть согласован с примарским корпусом. Ну, насколько я понимаю, сколько обращались примары, это не совсем так. Потому что у примаров осталось много вопросов, которые сейчас задают их уже депутатам Народного собрания. Мы вынуждены
и должны уже разбираться вот в таком цепноте времени, учитывая, что уже февраль месяц, а середина декабря бюджет должен был быть принят. Поэтому, но я и попросил своих коллег спешить с принятием бюджета тоже не стоит, потому что есть очень много вопросов, в которых нужно глубоко разобраться. Мое заключение направлено на то, что я постарался в целом проанализировать бюджет, но обратился к коллегам, каждый по профилю, по образованию, по строительству, по спорту, чтобы люди конкретно, профессионально разобрались в каждом аспекте, выдали свое заключение, чтобы комиссия по бюджету могла их консолидировать и, в принципе, прийти к общему мнению и консенсусу и среди коллег, и с исполнительным комитетом, куда мы двигаемся дальше. Значит, первый аспект, я еще раз говорю, я в подробностях не буду, документ есть у каждого из вас, и в исполнительном комитете можно предметно говорить и на других площадках. А сегодня, чтобы не задерживать ваше время, несколько аспектов, которые, по моему мнению, важны. Первое – это децентрализация. Что такое децентрализация? Это когда с регионального уровня как можно больше компетенций, полномочий, соответственно, финансовых средств передается на первый уровень. Зачем? Потому что примары, местные советы, они первые к проблемам и к интересам людей. И, в принципе, им лучше знать, кто нуждается, как потратить средства более эффективно. У нас в Гагаузии небольшая парадоксальная ситуация, потому что Гагаузия считается пионером в Республике Молдова по децентрализации. Мы требуем от Кишинева больше компетенций, больше полномочий, больше средств. Помните, наверное, знаменитые эти 5% на все инвестиции, на дорожный фонд. И, слава Богу, есть хорошие в этом плане продвижения. А вот в Гагаузии мы почему-то про децентрализацию как-то забываем. И все концентрируем на центральном региональном уровне Гагаузии, а примарскому корпусу либо не доверяем, либо есть какие-то стереотипы прошлых лет, и деньги оставляем все на центральном уровне. Скорее всего, это делается как бы в политических целях, для того, чтобы большая зависимость была местных властей от главы автономии, от депутатов народного собрания. Поэтому, мне кажется, это нужно менять. Гагаузия единственный регион, где общегосударственные налоги остаются в центральном бюджете Гагаузии. Этого нет в районах Республики Молдова. Поэтому надо больше средств передавать примарам, больше компетенций, ну и, соответственно, у них будет больше ответственности перед населением. Поэтому есть конкретные предложения, я думаю, что это будет обсуждаться и приниматься решение. В проекте бюджета, который представил исполнительный комитет, ничего не говорится об обязательствах центрального бюджета перед примариями. Возможно, их нет. Но я запросил информацию, пока ее не предоставили. Я знаю, что коллеги заходили, я имею в виду примары, что есть обязательства по текущим трансфертам, что есть обязательства по капитальным расходам. Так ли это или не так, к сожалению, проект бюджета и его информационная пояснительная записка не дает ответа, есть такая информация, существует или нет. Значит, механизм приоритетности расходов. В проекте бюджета расписан механизм, какие расходы в приоритетном порядке финансируются. Мне кажется, здесь нужно больше детализации, потому что получается, что некоторые группы расходов, некоторые статьи расходов профинансированы практически на 100%, а некоторые наполовину от плановых показателей. То есть, чем будет детальнее расписан механизм финансирования, тем меньше субъективизма будет у администраторов бюджета, в данном случае исполнительного комитета, по приоритетности их расходования. Примары давно поднимают вопрос, что у нас есть много расходов, которые никак не регламентированы никакими механизмами. То есть как деньги распределяются, по каким критериям, не совсем понятно. Финансирование дошкольных учреждений. Я не буду останавливаться, столько сказано на этот счет, все понимают, о чем я говорю. Как финансируются дотации? То есть в бюджете есть несколько статей расходов, когда мы выдаем дотации государственным предприятиям, которые находятся на хозрасчете, то есть самоокупаемые, от Пролин, Чедрлунга, Вести Гагаузии, информационный бюллетень, миллион лей тратится, по какому критерию рассчитываются эти ассигнования, как оказывается это бюджетная субсидия. Инфраструктура местных дорог, ну, переходя на проще язык, межпоселковые дороги, дороги районного значения, каким критериям пользуется исполнительный комитет, когда распределяет больше 20 миллионов леев? Наверное, всем нам интересно. Ну и самое главное, много приводил аналитики, что на содержание народного собрания, на содержание исполнительного комитета и его структур расходуется почти 70 миллионов леев. Мы собираем 287 миллионов в центральном бюджете, 70 миллионов тратим на органы управления. Это больше 20%. Мне кажется, что в условиях кризиса и в условиях того, что этот процент все время растет, удельный вес,
Нам нужно задуматься, насколько эффективно мы тратим средства на содержание чиновников. Получается, что больше, почти каждый четвертый лей, который мы здесь зарабатываем в ГГУЗе, мы тратим на содержание чиновничьего персонала. У нас 15 главных управлений в исполнительном комитете, которые финансируются с центрального бюджета ГГУЗе. Это больше, чем министерств в Республике Молдова. И мне кажется, что некоторые структуры, в документе они указаны, дублируют друг друга. То есть одно и то же управление занимается вопросами, которые тождественны тем целям и задачам, которые перед ними ставятся. Поэтому вот эти главные вопросы, которые представлены в моем заключении, и главный вывод, к которому мы должны с вами прийти, что мы делаем в 2022 году, какой у нас приоритет. Вы знаете, что происходит с ценами на газ, готова ли Гагаузия компенсировать часть расходов населению, связанную с ростом тарифов на газ. Я представил свои расчеты, тоже жду от вас заключения, насколько они целесообразны и объективны, но, по моему мнению, почти 40 миллионов леев можно сэкономить в центральном бюджете Гагаузии за счет того, чтобы некоторые неприоритетные расходы уменьшить и направить их на компенсацию населению. То есть вот так вкратце, очень хотелось бы, чтобы вот по этому аспекту услышать мнение, насколько они объективны, насколько они актуальны, насколько реализуемы. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Георгиевич. Давайте сейчас появится. Хочу представить слово Сергею Константиновичу Чемпаеш, заместителю председателя бюджетной комиссии. Я приветствую всех участников слушаний и хотелось бы поговорить на языке, понятном языке, чтобы все понимали по-простому, да. И люди, которые будут нас смотреть по телевидению, тоже, чтобы понимали, о чем мы говорим. Некоторые моменты коллега Тарнавский уже озвучил, я просто буду говорить, касаться некоторых моментов сам и попытаюсь объяснить свое понимание того, что мы делаем. Так получилось, что на комиссии предметно не удалось поговорить. И как я вижу, как я понимаю, одним слушанием дело не закончится. Что такое бюджет? Это наши доходы и наши расходы. Людям нужно объяснить всем, что он формируется с наших доходов, с наших налогов. Исполнительная власть ее распределяет и расходует. И тут нужно разобраться, как мы собираем, сколько мы собираем этих доходов и как мы их расходуем. Самый главный вопрос. Вот нам представили документ, бюджет на этот год. Я даже как только его открыл, в первом приближении понял, что здесь, извините, лажа. Здесь очень раздутые цифры. Александр Григорьевич сказал, да, там непонятно. Да на самом деле все в шифрованном виде предоставляется. Для того, чтобы не разобрались депутаты, чтобы примары не разобрались, чтобы толком никто не разобрался. Вся власть наша, исполнительная власть, сегодня концентрируется вокруг денег. Интерес именно только в этом. Все вопросы политического характера, другие вопросы, они это относятся на второй, на десятый план. И ни для кого не секрет, я открытым текстом заявлю, что глава Гагаузии и рядом исполнительный комитет, который собран по своему приоритету, занимается банально разграблением бюджета. Банально разграблением. Я который год поднимаю вопрос. Объясните, пожалуйста, из каких соображений у нас в бюджетной сфере в Гагаузии из года в год увеличивается бюджет, количество мест? К вашему сведению, с 15 года, как пришла госпожа Влах, это количество увеличилось почти на 1200 человек. Вот здесь сидят примары. Вы можете просто в своем первом приближении сказать, что у вас в каждом населенном пункте увеличилось по 50 человек или по 100 в бюджетной сфере? Вы не знаете этого, этого нет. Да, она первая, она виновата. Можно я буду говорить, потом будете вопросы задавать? Да, если можно, потерпите, вам тоже дадим слово потом. Значит, я объясняю, что главный администратор денег, бюджета, это и ответственный, кстати, по закону, глава Гагаузии. Она формирует повестку, она формирует исполнительный комитет, она готовит этот проект и дает на утверждение.
Виноваты депутаты, которые не вникли и подтверждали такой бюджет на протяжении этих лет. И нам нужно для того, чтобы быть вообще в любых вопросах, а особенно если в этом вопросе, нужно быть объективными. Нужно разобраться. Вот вы там поднимаете голову, задаете вопрос, а вы что, разбираетесь в этих цифрах? Нет. Вы знаете, как формируются доходы? Нет. Я их не знаю. Вот у меня здесь сидит, где у нас начальник управления финансов. Есть вопросы к ней. Депутат Народного собрания, то есть я направляю 8 февраля и депутатский запрос, чтобы мне представили исполнение бюджета, чтобы понимали, как они потратили деньги в прошлом году. Я его не получаю. Следом на прошлой неделе направляю дополнительный запрос, чтобы они представили исполнение бюджета. Дальше, чтобы представили информацию на дату 1 января 2022 года за должности по капитальному строительству, по контрибуциям. Информацию я не получаю. Сегодня утром получаю на 83 листах на государственном языке распечатку по населенным пунктам, по всем примариям, и от исполкома исполнение бюджета. То есть ту информацию, которую они предоставляют Министерству финансов, направили депутат. Как это понимать? Это издевательство. Это и есть неуважение. Каким образом я могу относиться к ним с уважением, если они расходуют налоги наших налогоплательщиков вот так, извините, бездарно на протяжении этих лет? И я должен с молчаливого согласия дать свое согласие на все это? Конечно, нет. Вы хотите узнать, сколько долгов они создали по капитальному строительству и по контрибуциям? Я хочу знать. Вот у меня есть таблица здесь, две таблицы. За период 2019 год, то есть на 1 января 2020 года, задолженности по капстроительству у них 33 миллиона. Годом спустя долги увеличились на 40 миллионов, то есть стало их 74. Долги 74 миллиона. Сейчас я хочу знать, сколько задолженности есть. Я имею право, послушайте, пожалуйста. Мы будем утверждать бюджет. Я сейчас попрошу, чтобы вы, если не имеете отношения к бюджету, чтобы вы удалили из зала. Мы обсуждаем с исполнительным комитетом. Мы обсуждаем с исполнительным комитетом, с примарами бюджет. Значит, я попрошу вас, я понимаю вашу миссию, уважаемые женщины, что вот некоторых вас позвали, чтобы здесь поорать, создать хаос, но тем не менее, вам не удастся меня заткнуть, я скажу не только вам, и не только здесь, не только на этой площадке, я донесу правду. Заканчивая вопрос по количеству в бюджетной сфере, я настаиваю перед депутатами и буду настаивать. Поэтому мы тоже хотим услышать что-то. Если вас сюда кто-то отправил, можете приветствовать тем, который отправил. Молодой человек. Молодой человек. В конце концов. Я хочу сказать, уважаемые женщины, чтобы вы понимали. Буду настаивать, буду обращаться и буду просить, чтобы коллеги поддержали, что провели ревизию, провели аудит по Гагаузии. По Гагаузии, потому что вот эти 7500 человек, я предполагаю, в этом уверен, что из них порядка 2000 человек это мертвые души. То есть бюджет с республики в виде трансфертов эти деньги идут, а это, наверное, целых 100 миллионов и больше. И они разворовываются, к вашему сведению. Как мы сегодня можем говорить, вот хочу напомнить вам, буквально недавно в прошлом мы утверждали бюджет. Да, мы были против, объективно были против утверждения бюджета на 2021 год. Исполнительный комитет предлагал бюджет утвердить с дефицитом 143 миллиона. Потом все равно мошенническим образом все-таки взяли и продавили, нашли нужное количество депутатов и продавили такой бюджет. Мы хотим видеть, как они его исполнили. Я хочу видеть, каким образом я могу сегодня утверждать, значит, должен голосовать за бюджет, если я не вижу, что же творилось в прошлом году. Как они его исполнили, как они его потратили, значит, насколько целесообразно расходовались деньги. Картину надо видеть всем. Если депутат, который разбирается в этих вопросах, не видит картину, то что говорить об остальных? Вы хотите вот так безропотно, чтобы депутаты утвердили в том виде, в котором хочет исполком. В том виде, бесконтрольно.
По всем нормам хочу вам сказать, что Башкан Гагаузия не отчитывалась за эти годы, и по этим расходам нету отчета. В новом законе, как в принципе в предыдущем законе, я вам сейчас называю примерный порядок цифр, на социальные расходы, на социальные там проекты, где-то порядка 83 миллиона. Глава Гагаузии и ее подчиненных заявляют, что у нас социально ориентированный бюджет. А кто его контролирует? Хочу вам спросить. Это как раз касается новорожденных детей, вот субсидии, поддержка. Это поддержка на отопительный период. А сколько у нас жалоб есть со стороны людей, что люди не получают этой поддержки? Кто контролирует? Кто мне может гарантировать, что половина из них не разворовывается? Значит, управление культуры почти 60 миллионов. Для чего? Для того, чтобы создавать ненужные праздники и разворовывать деньги? Вот в чем заключается смысл нынешней исполнительной власти. Как мы можем сегодня доверять? И мысль моя заключается в том, хочу, чтобы услышали те, которые не хотят слышать. Услышьте, пожалуйста. Мысль заключается в том, чтобы донести до своих коллег-депутатов, чтобы остановить разграбление Гагаузии. Вот в этом заключается мысль. Провести аудит везде и утверждать бюджет таким образом, значит, исходя из наших доходов реальных. Не мыльный пузырь, который нам предлагают, а именно из реальных наших доходов. Я его хочу видеть. И пока я его не увижу, я буду настаивать и просить своих коллег, чтобы мы не поддерживали такой бюджет, который ведет к рассочительству и разворованию, разорению всей Гагаузии. На дворе беда. Сотворили эту беду нынешний исполком, который называет себя профессионалами, во главе с Ириной Влах. И для этого, вот я с чего и начал, если начинается отношение с неуважения, то о чем можно говорить дальше? Вот мы должны понять, если мы хотим это решить, нам нужно в открытую говорить. И исполнительный комитет должен быть заинтересован сам. Они должны быть заинтересованы представлять открытую информацию всем, а не пытаться в шифрованном виде спрятать. Ваша задача, главное, чтобы депутаты утвердили, и для вас дальше год нас, извините, не трогайте. Вот, собственно, что произошло в прошлом году. Поэтому, повторяюсь, буду настаивать на том, чтобы мы разобрались детально по каждой статье. Сегодня на слушаниях мы не сможем по каждой статье пройтись, но я вам свою мысль озвучил. Спасибо. Уважаемые друзья, я вынужден просто вам сказать, что мы не на базаре находимся. Если кто-то из вас хочет выступить, поднимите руку. Мы вас пригласим. Пожалуйста, кто хочет. Выходите сюда. Выходите сюда, чтобы мы услышали, что вы хотите. Но перекрикивать, если друг друга будем, мы не поймем, почему мы пришли сюда. И мы будем вынуждены просто из зала вас попросить. Господа депутаты, вы забыли, что вы слуги народа. Мы знаем об этом. Вы забыли. Мы знаем об этом. В таком тяжелом моменте вы сейчас нас хотите грузить? Мы вас не грузим, как раз даем вам слово. Вы грузите нас. Как понять грузим? Да. Как? За газ. Кто поднял газ? Вы подняли, чтобы снизили газ. Или кто поднялся? Налоги хотите, чтобы мы платили вам? Уважаемый участник слушания, не нужно перекладывать больной головой на здоровую. Вы, видно, что присланы здесь для того, чтобы заболтать и переключить. Нет, я не заболтал вас. Я говорю, боль народа. Илья Семенович, возьмите микрофончик, пожалуйста. Давайте, есть порядок. Илья Семенович, микрофон возьмите, пожалуйста. Есть у нас определенный порядок. Сначала выступят депутаты, члены исполкома, а потом мы дадим возможность людям тоже задать свои вопросы. Я, Илья Семенович, хочу предоставить вам слово, ответить, да, пожалуйста. Спасибо, Николай Иванович. Добрый день, уважаемые депутаты, Приморский корпус, приглашенные, присутствующие в зале. Бюджет Гагаузии – это и бюджет любой страны, это всегда живой организм, который обсуждается, который разрабатывается, который изменяется и модифицируется, улучшается. Это вечный процесс, который существует сегодня в государственном управлении. Нынешний бюджет, который мы рассматриваем, автономен 22-й год, был разработан исполнительным комитетом и представлен
в Народное собрание в 2021 году. Бюджет, который был опубликован, все вы могли с ним ознакомиться, в экспресс-каноне, прозрачно для всех жителей автономии, был опубликован за номером от 17 декабря 2021 года. Каждый житель автономии мог, соответственно, ознакомиться с цифрами, которые есть в бюджете ГУЗИ, и задать свои вопросы, предложить свои рекомендации, предложения для того, чтобы улучшить бюджетный процесс у нас в автономии. Бюджет формировать сложно. Что такое Гагаузия и что такое наш бюджет? Это 334 учреждения, в каждом из которых происходят свои процессы. Это и наши примарии, это и наши дома творчества, это наши школы, это наши садики, это музыкальные школы, это спортшколы. Это 334 учреждения, в каждом из которых каждый день происходят процессы формирования, планирования, улучшения, образования и много-много других процессов. Спрогнозировать, как эти 334 учреждения будут работать в будущем году, достаточно сложный процесс. Но благодаря тем командам, которые есть в этих учреждениях, есть в примариях и в других организациях, на основании их предложений формируется бюджет. Весь ноябрь месяц управление финансов совместно с бухгалтерами, с администраторами соответствующих бюджетов, соответствующих учреждений проводили встречи, переговоры, обсуждения. Каждое учреждение представляло свой проект бюджета для того, чтобы включить в общий бюджет автономии. Конечно, хочется всегда, чтобы было больше. Конечно, хочется, чтобы развитие наступило сразу. И чтобы то далекое будущее, к которому мы стремимся, чтобы оно было уже сегодня. Но это очень сложный и многогранный процесс. Бюджет этого года разрабатывался, в каких условиях все знаете. Это инфляция, которая была в республике, сегодня есть в республике. Если до этого называли цифру 15%, сейчас уже называют процесс, уже называют инфляцию равную 17%. Это энергетический кризис. И, к сожалению, несмотря на обращение властей Гагаузии к центральным властям, чтобы включить в бюджет расходы на энергоносители, до сих пор энергоносители в бюджеты наших учреждений не включены. Это и COVID-19. Мы в 2021 году, в декабре, в ноябре месяце пытались спланировать, как COVID-19 может повлиять на бюджеты 2022 года в наших учреждениях. Мы прогнозировали, что будут какие-то ограничения, но никто не мог сказать, что школа наша будет опять в онлайн-режиме на 2 недели, и какие-то расходы, к сожалению, какие-то расходы могут быть уменьшены и уменьшены на наших детях, то есть на экономии, на наших детях, потому что дети были на онлайн-образовании. Правильно это было или неправильно, может быть, для ковида это было правильно и избежали многих заболеваний, но для бюджетного процесса это опять планы, которые не все дошли до тех прогнозов, которые были. Сегодня бюджет Гагаузии предлагается бездефицитным. Это 1 миллиард 110 миллионов. В прошлом году исполнительным комитетом предлагалось на рассмотрение дефицитный бюджет. Было очень много споров, как с дефицитом будем жить, приемлем ли для Гагаузии дефицитный бюджет. В общем, было выработано решение, что бюджет должен быть бездефицитный, и сколько мы зарабатываем, столько и спрогнозировать тратить. Соответственно, в этом бюджете запланировано сугубо столько, сколько мы можем с вами заработать, чтобы потратить без всякого дефицита, без всяких прогнозов, без всяких кредитов и без дефицитов. Хотя сегодня бюджет страны утвержден с большим многомиллиардным дефицитом, и страна продолжает так существовать. Мы пошли по вопросу, по примеру, без дефицитного бюджета, когда мы сугубо наши расходы рассчитали по нашим доходам с скрупулезностью, которую можно было применить, проявить для того, чтобы четко понимать, где мы что можем и не можем. Бюджет 2022 года в Гагаузии является социально ориентированным. Все социальные программы, которые можно было сохранить, абсолютно все сохранили. Сегодня сохранены и помощи для питания новорожденным, и пособия для по рождению ребенка. Сегодня сохранена поддержка молодых семей в приобретении жилья, потому что мы считаем, что это именно те социальные программы, которые остановят миграцию. Миграция – это основная проблема, которая есть сегодня в нашем обществе, в Республике Молдова. И если мы не будем поддерживать рождаемость, питание детей, приобретение жилья, то молодежь будет продолжать уезжать. Все программы социально ориентированы, они все сохранены в бюджете для того, чтобы наши молодые семьи оставались сегодня рядом с нами, работали рядом с нами. В бюджете также запланированы расходы на образование. Тут громко говорилось о том, что исполком расходует, прячет что-то в бюджете. Уважаемые и примары, и советники, и люди, которые присутствуют, еще раз хочу подчеркнуть, что этот бюджет
бюджет расходуется 340 учреждениями, не исполнительным комитетом. Исполнительный комитет только планирует средства, а расходуются они непосредственно администраторами бюджета, каждому на своем уровне. Из 1 110 000 000 450 миллионов администрируется приморийским корпусом и советниками. У нас с вами в Гагаузии 26 примарий и около, сейчас боюсь ошибиться, около 500 советников, которые каждый раз на советах принимают решение, как расходовать средства своей примарии. Мы планируем только средства, как и для других учреждений. Мы планируем согласно статьям бюджета, в каком учреждении какой бюджет может быть. А расходуют его администраторы бюджетов на местах, не исполнительный комитет. И прошу не искажать информацию. Мы планируем для каждого с учетом переговоров и обсуждений то, какие коэффициенты можно заложить. Несмотря на то, что в бюджетной сфере предусмотрено повышение заработных плат. Хочу сказать, что бюджеты структурных подразделений исполкома все были уменьшены. Были уменьшены все статьи расхода, остальные, которые не касаются заработных плат, для того, чтобы сформировать какую-то экономию. Сегодня это произошло во всех учреждениях. Но только исполнительный комитет уменьшил свои расходы настолько, чтобы сохранить только заработную плату, а все остальное уменьшено, потому что все это приводит к каким-то затратам. Во всех остальных учреждениях все статьи расхода, как просили учреждения, во многом случае так и заложены, исходя из тех доходов, которые, соответственно, будут поступать. Сегодня тут присутствуют мои коллеги, и если есть у кого-то вопросы о прозрачности каких-то принятий решений, о том, как расходуются средства, например, дорожного фонда или каких-то других фондов, мы готовы ответить. Сегодня есть ряд программ, которые работают на основании постановления исполнительного комитета. Подчеркиваю, они работают на основании постановления исполнительного комитета, но не исполнительный комитет распределяет средства данных фондов. Есть комиссии, созданные, учрежденные. В эти комиссии входят, они, как правило, многопрофильные, и эти комиссии принимают решение, кому что положено. В состав комиссии входят и правозащитники, и представители неправительственных организаций, и Центр по правам человека, и бухгалтера, и врачи, где нужно. Они принимают решение, дают исполнительному комитету, а мы уже, соответственно, производим соответствующие выплаты по их решению. Поэтому бюджетный процесс – это очень многогранный, сложный процесс, в который вовлечены практически все работники бюджетной сферы. Хочу ответить Сергею Костянчу на уже риторический вопрос о мертвых душах в исполнительном комитете. На публичных слушаниях, которые были проведены по бюджету 2022 года, было подробно разъяснено, что такое 7 тысяч бюджетных единиц. 7 тысяч бюджетных единиц – это как минимум 3 тысячи работников образовательных учреждений, это 2 тысячи работников, которые работают во благо наших примарий, это работники наших музыкальных школ, художественных школ. Мы можем предоставить отдельно для вас, Сергей Александрович, развертку каждого бюджета, где сколько человек работает. Например, Чедрунский районный бюджет, пожалуйста, 12 учреждений работают под эгидой Чедрунского районного бюджета. 12 учреждений – это 223 человека, которые сегодня работают, но не в районной администрации, а работают 38 единиц в администрации, в детском доме творчества 21 единица, 12 единиц в художественной школе, 19 единиц в библиотеке. Я отвечаю на ваш вопрос по мертвым душам. Я отвечаю на ваш вопрос, Сергей Ксенич. Пожалуйста, каждый год я вам предлагаю прийти лично проверить, даже вместе можете со мной проверить. Каждый год я предлагаю, мы открыты. Пожалуйста, можете комиссии проверить любой дом творчества, музыкальную школу, есть там люди, нет там людей. Медико-санитарный центр Святого Пантелеймона, 6 штатных единиц. Детская и юношеская спортивная школа, 2 учреждения в Чедрунском районе. В них работает 77 единиц. Это тренера наши, которые есть в нашей спортивной школе. Это тренера, которые работают в филиалах спортивных школ в Казакли, в Баурчах, в Бежгёзе и в других. Дальше, секундочку, я завершу. Центр размещения для пожилых людей. Это дом престарелых, 26 штатных единиц. Мы этот дом престарелых получили от премьера Чедерлунга. Сегодня она находится на балансе. Чедерлунгской администрации в ней работает 26 человек. То есть 7 тысяч человек, кто это? Это наши с вами люди. Это рабочие места наших людей, которые каждый день приходят на работу, осуществляют те или иные функции в нашей автономии для того, чтобы она функционировала. Если у кого-то есть какое-то сомнение, можете зайти в любое учреждение, все открыто работают. У нас нет закрытых учреждений. У нас все учреждения открыты по графику с 8 до 5. Все работают, можно проверить каждого человека. Это 7 тысяч жителей автономии, которые работают во благо нашей автономии. По поводу... Олесь Федоров, одно мы много говорим, это никому не нужно. Вы скажите, где?
Вот 15-й год. Сколько было штатов у вас и сколько на сегодня? Чтобы было понятно. У нас штатная численность сотрудников исполкома структуры исполнительного комитета, я думаю, вас прежде всего это интересует. Всего. Да, она не увеличилась. Увеличились структуры, которые находятся в ведомстве наших региональных служб. Например, поясняю, в 2015 году на благо наших людей работало 20 персональных ассистентов. Сегодня, слава Богу, у нас есть 250 ставок персональных ассистентов. Это те индивидуально-трудовые контракты, которые заключены с людьми, которые ухаживают за своими, не дай бог никому, лежачими членами семьи, инвалидами первой группы. То есть мы здесь только по статье персональный ассистент, у нас увеличение на 200 единиц. Не у исполкома, а у службы персональных ассистентов. Дальше объясняю. Музыкальные школы. Музыкальные школы, которые работали до сих пор в районных центрах. Были открыты филиалы в структурах исполкома. В структурах исполкома увеличения штатных единиц нету. Увеличение есть в подведомственных структурах, которые оказывают услуги населению. Вы рассказываете, это очень, очень хорошо, что увеличены социальные ассистенты у нас, это нужно, это очень важно, но не об этом речь. Вы говорите о том, что с 2015 года не увеличились. Ну как же так? Со структуры исполнительного комитета помещались в 2015 году в одно здание на два этажа. Вы в 2016 году купили еще два здания и заполнили их людьми. И говорите, не увеличили? Как это так? Это неправда. И Георгий Георгиевич, есть вопросик к вам, пожалуйста. Алексей Федорович, да, это дополняет то, что Николай Иванович задал. Вы правильно подметили, что население ожидает, что бюджет будет социально ориентированным, но мы бы, депутатский корпус, хотели бы, чтобы не только наименование, но и сам принцип реальным содержанием воплотился в жизнь, а именно в этом законе о бюджете предусматриваются расходы не только на содержание чиновничьего аппарата, то, о чем вы только что сказали, чтобы таким образом сформировали бюджет, чтобы никто по заработной плате ничего не потерял. Мы хотим конкретно сокращение чиновничьего аппарата. Мы хотим услышать от Башкана, от исполкома, какие предложения на сей счет имеются. Другой альтернативы, чтобы вы понимали, не будет. Мы четко стоим на своих позициях, и мы привнесем свои изменения в этой части. Мы бы очень хотели, чтобы услышать сперва мнение исполкома по сокращению чиновничьего аппарата в целом, по сокращению управлений, которые у нас раздуты, и одновременно нахождение финансовых средств для снятия той социально-экономической нагрузки, которая столкнулась с населением, особенно с наиболее социально уязвимой ее составляющей в лице инвалидов, в лице пенсионеров, в связи с повышением тарифов на газ, на электричество и так далее. Пожалуйста, какие предложения будут со стороны исполкома? Вернусь к служащим нашей автономии и к чиновничьему аппарату, можно и так назвать в какой-то мере. 7 тысяч бюджетников, которые работают в структурах, которые управляют автономией. 7 тысяч человек, которые работают в примариях, в спортшколах, в наших школах, в наших больницах, в исполкоме и в других учреждениях, и в народном собрании в том числе. Если сегодня есть возможность или желание кого-то сократить, пожалуйста, мы сегодня не видим возможности сокращения людей, поэтому нами был предложен проект, в котором сохранена штатная численность, сохранены рабочие места для наших людей, и в этот сложный год мы не предлагаем никого оставить на улице. Мы предлагаем всех людей сократить и зарабатывать побольше, привлекать инвесторов, привлекать инвестиции, увеличить налогооблагаемую базу и сохранить всех людей. И если мы начнем сейчас сокращать, к нам никто обратно не вернется, и процесс миграции не остановится. Вот наша задача. Эту задачу мы отразили. Нашу эту задачу мы отразили в проекте закона о бюджете, который предложили вам. Именно таким образом мы видим функционирование нашей автономии. Если у депутатов есть предложение кого-то сокращать, конкретно, да,
давайте посмотрим, кого можно. Мы считаем, что все люди, которые работают сегодня, они справляются с своими задачами и в этих сложных условиях управляют своими учреждениями и продолжают оказывать услуги нашему населению, без которых наше население невозможно к существованию. Для того, чтобы обсуждать какие-либо реформы сегодня у нас в автономии, сегодня тут в зале представлены многие люди, которые управляют процессами, и примары, и депутаты, и члены исполкома. И все знают, что любая реформа – это очень сложный процесс. Республика Молдова в 2018 году сократила ряд своих министерств. Сократила, объединила. Что из этих министерств, тут примары есть, что из этих министерств или из политик, которые были объединены, смогли потом продолжить? Спорт в республике? Нет, не было министерства спорта, и спорт ушел на второй план. Культура тоже ушла на второй план. Кагалузская культура никогда не была в приоритете страны. Министерство спорта есть. Поэтому сегодня все эти структуры, они должны быть для того, чтобы мы жили лучше, чем в других районах Молдовы. Татьяна Михайловна, первая из контрольных цифр, которые попросил Александр Григорьевич. Добрый день, уважаемые присутствующие. Действительно, процесс бюджетный. Конкретно хотите вопрос, а я хотела бы немножко предыстории. Погромче, да? Бюджет 2022 года сворачивался в непростых условиях. Начали мы работу над бюджетом еще в сентябре месяце. Мы провели ряд встреч, консультаций с примарским корпусом, с бюджетными учреждениями. Рабочая группа, которая была образована, заседала неоднократно. И чтобы вы понимали, как это сложно было принимать решения, скажу, что тот проект бюджета, который был одобрен и направлен в народное собрание, это был 8-й вариант. Хотелось сохранить все программы, хотелось восстановить те, которые не получилось выполнить в полном объеме в 2021 году. Хотелось максимально, чтобы это было приближено каждому жителю Гагаузии, чтобы каждый житель почувствовал, что есть какое-то внимание. Процесс был непростой. Получилось свернуть бюджет вот в таком размере, который был представлен, это 1,110 млрд, большая часть это трансферты из государственного бюджета. Что касается собственных доходов, мы очень скрупулезно подошли к планированию по собственным доходам. И ежедневно мы как сводки с полей собирали информацию по поступлению каждого вида, чтобы мы могли спрогнозировать максимально точно и смогли потом спрогнозировать расходы в рамках доступных ресурсов, чтобы это не было из области фантастики, будем так говорить. Таким образом, нам получилось определиться по центральному бюджету, по собственным доходам на сумму 287 миллионов лей. Большая это или маленькая сумма, мы считаем, что это реальное к поступлению на следующий год. Под эту сумму мы уже планировали остальные расходы. Каким образом? В первую очередь социальные программы, во вторую очередь бюджетные учреждения, экономические программы. Ну и, безусловно, без внимания не остались и примарии по трансфертам, которые планируются и выплачиваются из центрального бюджета. Почему нет в проекте бюджета не обозначены обязательства перед нашими учреждениями и примариями? Методика составления проекта бюджета не предполагает наличие такой информации. Безусловно, она у нас есть в управлении, начиная с 2019, 2020 и 2021 года. Более того, скажу, что после того, как 2020 год выбил нас всех, будем говорить, из колеи, не только нас, всю страну, очень сложно было в 2021 году каким-то образом выплачивать те неисполненные обязательства, которые сложились на начало 2021 года. По договоренности, по консультации с примарским корпусом определили, что в первую очередь это будут долги по капитальным вложениям и фонду возмещения контрибуций, потому что это реально задолженность по выполненным работам, по заключенным договорам. Что касается 2021 года, хочу сказать, по результатам нам удалось по проектам местного значения примарскому корпусу перечислить практически всю сумму, которая была запланирована в бюджете 2021 года. На минутку это более 12 миллионов лей.
Единственные три примарии, которые пока не смогли получить эту сумму, но не получили они, потому что пока не смогли представить акты выполненных работ. Мы это планируем сделать в этом году. То же самое касается фонда возмещения контрибуций. Понимая важность этого фонда, мы тоже принимали все меры, чтобы выплатить ту сумму, которая была запланирована в прошлом году. Она была запланирована в порядка 10 миллионов 700 тысяч лей. Также осталось только 600 тысяч. Опять-таки, либо проект не начат, либо работы не выполнены. Это все планируем выплатить в этом году. Что касается остальной задолженности, безусловно, вся информация это есть. И в этом году, ну, все мы знаем, бюджет «Организм живой», он не остается неизменным, так как он утвержден, он может меняться, поэтому мы будем предлагать еще суммы, которые мы собираемся выплатить примариям. Что касается еще одной суммы, хочу напомнить, в 2020 году, в год пандемии, было принято решение Народным собранием о том, что по налоговому свидетельству и патенту и некоторые виды доходов у примарий населенных пунктов получилось, что выпали. И в прошлом году мы предложили и внесли изменения в бюджет, и хочу сказать, и выплатили более 1 800 000 лей примариям по выпадающим доходам 2020 года. Невозможно сразу в один год, исполняя бюджет этого года и погасить всю задолженность, которая имеется. Безусловно, мы о ней знаем и обращаем на нее внимание, и делать это будем. Что касается отчетности, ну, хотела бы, наверное, ответить Сергею Константиновичу. Согласно законодательству и в положенные сроки исполнительный комитет ежегодно представляет и Народное собрание рассматривает и утверждает полугодовые и годовые отчеты по исполнению бюджета, а также представляется информация по исполнению бюджета за первый квартал и за 9 месяцев. Ни один год это не было пропущено, полная информация всегда предоставляется, может быть, не в том ракурсе, который хотелось бы видеть Сергею Константиновичу, но та информация, которая представляется, оговорена в законодательстве, в каком виде должна быть представлена, что должна содержать, все, что положено по законодательству, все представляется. Что касается этой подробной информации, которую запросил Сергей Константинович, информация очень объемная, к сожалению, не получилось ее распечатать, мы предоставили вам ее в электронном виде. Более того, это даже не 83 листа, это более 1000 листов, потому что та информация, которую вы попросили, касается всех 30 бюджетов, которые составляют бюджет ГГУЗИ, это и центральные, и три районных, и все 26 бюджетов примарии, она вся вам предоставлена. Более того, подготовлена информация по исполнению бюджета, она будет рассмотрена исполнительным комитетом, и снова полный отчет будет представлен Народному собранию для рассмотрения и утверждения. Да, это если вкратце, да, если будут вопросы, готовы ответить. Я вот, смотрите, подождите, есть у нас коллеги, которые хотят сказать, потом попозже вам. Но я хочу сказать, что видите, как тихо человек, который кричал там, он ушел, он выполнил свою задачу. Попытка была переложить с больной головы на здоровую и опорочить депутатов. Тихо. У нас есть, по поводу газа он поднимал вопрос, хочу сказать, что у нас есть член правительства, который находится, это Башкан Гагаузи, которая имеет влияние на эти процессы, это первое. И второе, она обещала народу Гагаузии, когда избиралась Башканом, что будет по льготной цене газ. Эти вопросы задавайте ей. И еще один момент, Олеся Федоровна говорила о том, что говоря о том, значит, о сокращении раздутого штата, что, мол, выкидывает людей на улицу, а исполком сильно ли переживал, озаботился ли он тогда, когда в 2015 году резали в районах, в Чедрунге, в Луканештах, сокращали в районах людей и забирали эти должности сюда. И людей выкинули на улицу, они остались без работы. Тогда никто за них не переживал. Поэтому
значит, эти вопросы мы будем еще обсуждать в более узком кругу и будем принимать, может быть, непопулярные, но меры. Мы вынуждены это сделать. И еще раз повторяю, есть большой запрос в обществе, что, значит, огромная сумма денег из тех, которые являются нашими собственными доходами, проедается огромным чиновничьим аппаратом. И еще раз повторю по поводу трех зданий. Раньше в 2015 году помещались в одном здании, а сегодня в трех зданиях. Поэтому это ложь о том, что не увеличился штат. Спасибо. И теперь Николай Иванович, я извиняюсь, я просто не ответила на ваш вопрос по поводу здания. Я отвечу вам. Три здания в НЕК находится исполнительный комитет. Примары имеют вопросы. Уважаемые примары, уважаемые люди, которые находятся, хочу объяснить, что находится в этих зданиях. На самом деле, сегодня у нас есть здание управления образования. До 2015 года, где находилось управление образования. Сегодня есть Сергей Ильич Анастасов тут. Есть он? Есть. Да, Сергей Ильич. Управление образования находилось на четвертом этаже примарии, занимало весь этаж. Это было только управление образования 18 единиц. Методический центр находился на базе второй школы. Затем служба инклюзии находилась в шестой школе. Управление образования было разбросано по городу во всех свободных кабинетах, которые были. После того, как удалось с аукциона на понижение выкупить здание за минимальную цену, на которую мы никогда бы сами не построили, управление образования как отдельная структура соединилось в одном, не в один, не 11 миллионов, а 4 миллиона. И управление образования собралось в одном здании. Аналогичная ситуация произошла и с другими управлениями, которые были раскиданы по городу и занимали часть примарийских помещений, часть арендованных помещений. Чтобы мы не платили за аренду в помещениях для размещения служб, было приобретено здание, и там сегодня находится управление, которое оказывает услуги нашему населению. Уважаемые депутаты Народного собрания, уважаемые члены исполнительного комитета, коллеги примары, мы сегодня участвуем на публичных слушаниях, и, конечно же, хотелось бы более конкретно знать о тех цифрах, которые сегодня будут затрагивать нас. Потому что самые заинтересованные люди, сидящие сегодня в этом зале, это примары всех населенных пунктов. Нам с этими бюджетами работать. Олеся Федоровна, я вот расслушал то, что вы выступали. Я тоже так умею. Я тоже так умею говорить, но реальная ситуация совершенно другая. Дмитрий Георгиевич, уважаемые депутаты Народного собрания, если бы все вот так публично обсуждалось, значит, в прошлом году бюджет города Волконечка обсуждается в кафе не с примаром, не с экономистом, не с главным бухгалтером, с отдельно взятыми советниками городского совета обсуждается бюджет. Это что называется? Сергей Константинович, я вас поддерживаю. Это называется стравливание людей. В конечном итоге, да, мы, как примары, принимали участие в формировании бюджета на 2022 год. Примария Волконеж сделала все возможное, чтобы придерживаться всех цифр, поставленных с управления финансов. В конечном итоге, почему-то указанию рвутся все цифры на зло. Мы никого не увеличивали. Я тоже был членом исполнительного комитета Гагаузии. У нас было 324 чиновника, и нас все ругали. Говорят, много. Сейчас не 324, сейчас реально намного больше. Что могу сказать еще по Волконежскому району? За 6 лет управления Башканом у нас уже 4, а то и 5 председателей районов поменялось. Это говорит о том, что нету конкретной стратегии развития Волконежского района. Можно и нужно обратить внимание на Волконежский стадион. Мы при Маре передали его в ведение исполнительного комитета Гагаузии, то есть райадминистрации, потому что это структурное подразделение исполнительного комитета Гагаузии. Пришли, все разбомбили, оставили, отвернулись, ушли. Еще десятки лет он так и будет. Фонд социальной поддержки населения. Уважаемый депутат, огромная просьба к вам. Согласно закону Республики Молдова, все эти деньги перешли местные органы власти. У нас в Гагаузии опять, думают, какое-то колено создали. Для того, чтобы... Мы сейчас все говорили о децентрализации. Создали колено, которое... Меня, как примара, обязывает прийти на заседание какой-то комиссии в райадминистрации,
Ну, людям нечем заняться, вы понимаете? Хоть этого мы, у них есть. Мой один голос, что может там решить? Я вас очень прошу, конкретно, как во всей Республике Молдова, но это должно быть на уровне законодательства. В примарии организовать комиссии, куда входит секретарь, которая знает боль всех жителей города, куда входит, например, один советник, примар, социальные работники, которые ходят по домам и знают ситуацию. В четверг у меня приходит посетитель Волконечки и говорит: вы извините, но у меня, говорит, сказали в райадминистрации не принимать заявление на оказание материальной помощи из фонда. Мол, мы еще не рассмотрели прошлогодние. Зачем усложнять? Зачем усложнять? Кроме всего этого, к большому сожалению, примарский корпус Гагаузии просто разделили. Это делается специально. Я честно говорю, я очень многих своих коллег не вижу давно. Я работал начальником управления. Когда мы выезжали в село, у нас было четкое указание Башкана. Звонок примару, если есть какие-то вопросы, чтобы человек не ездил туда-сюда. Я иногда могу только в интернет-порталах увидеть членов исполнительного комитета, которые приехали в Волконежский район. У нас же тоже есть какие-то вопросы. Или Волконежка — это не Гагаузия, что ли? Гагаузия. Поэтому по бюджету. По бюджету есть очень много вопросов. Так как, ну, за какие-то 5 минут их очень сложно высказать. Но мы очень просим вас, чтобы вы подошли к утверждению бюджета с всеми предложениями, которые дали примары. У нас есть свое предложение ассоциации примаров. Его зачитает чуть позже Олег Федорович. Но, Дмитрий Георгиевич, есть еще одна просьба к вам. Поскольку мы не видим членов исполнительного комитета вообще в Луканежском районе, есть одно маленькое предложение. Может быть, какое-то выездное заседание организовать в Луканежском, чтобы люди видели. А то, как голосовать там, за руководство Народного собрания, за профильные комиссии, наши все воздерживаются. Как только начинают уже не соглашаться, встают, говорят: а нам должность. Вы понимаете, как это мерзко смотреть с другой стороны? Но финансовые процессы, я с вами соглашусь, что очень давно в Гагаузии нету конкретной прозрачности. И очень легко, я знаю, вот здесь вот в зале сейчас сидят люди, которые просто катаются куда-то в Кишинев или в Луганештах на заправках, то есть в Камрате на заправках встречаются и дают указания определенным лицам, как надо надавить на примара, что надо с ним сделать. Перестаньте. Перестаньте, потому что все, это уже практически довели до ручки всю Гагаузию. А в Луганежский район вообще ни о чем не говорю. И фонд возмещения контрибуций. Если можно, чтобы он как-то чуть-чуть побыстрее заработал. Вопросов к этому фонду нету, но если можно, чтобы была какая-то оперативность. По чиновничьему аппарату. Олесь Федоровна, есть в Луганежках в райадминистрации такой специалист, специалист по закупкам. Вот я вам сразу сам скажу. В 2021 году ни одной закупки не провели. Ни одной закупки не провели. Потому что все вот эти процедуры вы забрали сюда, в Камрад. Это я вам просто так, к слову, привел, чтобы вы знали. И кроме этого, например, Волконежская примария, как вы говорите, основные работники это по примариям. Волконежская примария не увеличивает штатное расписание. У нас есть определенные программы, по которым мы хотим тоже работать. И нам их сокращают. И к вашему сведению, четвертый год подряд, Волконежская примария заканчивает год с плюсом. Если раньше, 20 лет, это все был конкретный минус, просто ваши друзья управляли раньше. Спасибо, но если можно, пожалуйста, те люди, которые пришли здесь просто, есть какое-то указание выкрикнуть, вы можете спросить у своего примара, неважно, какой населенный пункт, какая боль и как работать. Все, спасибо. Спасибо. Передайте, пожалуйста, есть. Анатолий Афанасьевич, он хочет тоже сказать. Но пока вы передаете микрофончик, я хотел бы, знаете, сказать, было бы правильно, мы подумаем, наверное, с коллегами, для того, чтобы услышать голос народа, чтобы это не получилось, что только депутаты говорят, было бы правильным очень собрать, сделать настоящий, действительный съезд депутатов всех уровней.
чтобы советники сельские, городские советники, чтобы все присутствовали на этом крупном мероприятии и высказали свою точку зрения. И тогда будет ясно, они, чтобы дали оценку и работе исполнительного комитета, и всем тем критическим замечаниям, которые мы здесь делаем. Виталий Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые депутаты Народного собрания, члены исполкомы, коллеги примары, жители. Сегодня, да, действительно, бюджеты примарий, городов и сел – это автономные бюджеты, которые просто входят в состав бюджета Гагаузии, но все налоги и сборы, за них ответственны сегодня примары. И мы всегда говорим спасибо нашим жителям, экономическим агентам, которые выплачивают налоги. И мы благодаря этим налогам имеем возможность получать заработные платы, сидеть в кабинетах и реализовывать те проекты, которые должны реализовывать в своих населенных пунктах. Помните, несколько лет назад очень долго мы говорили, бились с Кишиневым по поводу налогов, что должна оставаться в Гагаузии. Сегодня фактически в Гагаузии остается почти 95% налогов здесь, в бюджете Гагаузии. А что получает примарии? Давайте мы будем говорить откровенно. Давно назрел вопрос более радикально. Мы сейчас будем говорить про стадион, про канализацию. А может быть, мы будем говорить про внесение изменений в закон о местных публичных финансах Гагаузии. Александр Георгиевич, я думаю, что меня поддержит. Сегодня мы должны говорить о децентрализации финансовой. То, что получилось в Кишиневом определенная финансовая децентрализация, такая децентрализация должна происходить с бюджета Гагаузии примариям. Независимо, хороший примар, плохой примар. И тогда мы все будем хорошими для всех. Кроме, наверное, своих жителей, потому что они всегда приходят свои проблемы к нам. И тогда все проблемы, которые есть, мы сейчас говорим конкретно, считаю, что города, которые вносят больше вклад в бюджет Гагаузии, формируют, должны хотя бы получать 75% подоходного налога с физических лиц. Тот же налог на прибыль, почему бы по 20% не раздавать примариям? Для этого не нужен ни парламент, ни президент. Для этого нужно просто исполком, народное собрание проголосовали, и мы получаем, и тогда мы не будем ходить, пытаться клянчить, дайте на стадион. Такая картина, кстати, у меня тоже. Мы боремся с районом за стадион, они его, извините за выражение, обосрали. Один несчастный туалет не могут снести, и нам не дают там ничего делать. Это к тому, что Виктор сказал по поводу передачи району каких-то объектов. 38 человек штат районной администрации Чедрунга. Извините меня, я, честно говоря, не знаю, чем они занимаются. Дублируют все бумаги, которые мы получаем с исполкома. Управление строительства отправляет письмо. Через неделю мы уже ответили, получаем письмо с администрации. В таком виде, как они есть, я не вижу смысла, честно, как примар Чедрунги, их содержать. Кроме как палки колеса вставляют, не дают примариям советам нормально работать. Еще и затягивая нас в какую-то политику. Мы это все понимаем, примары. У нас это очень болит и давно болит. Да, у нас есть свои и не свои. Поэтому те, которые свои, наверное, они молчат. Если конкретно по предложениям, мы направили их, в принципе, в адрес председателя Народного собрания и всех депутатов от муниципия Чедрунга, есть один большой вопрос. 10 лет жители Чедрунги и 4 населенных пунктов выплачивают кредит. Кредит по воде и канализации. Та проблема, которая есть сегодня, остро стоит, я уверен, что 4 примара, Баурчи, Казаклия, Тамай и Бишгиоз меня поддержат. 10 лет мы оплачиваем кредит. Наверное, это несправедливо. Когда в Буджаке, в Гайдарах, во многих населенных пунктах все это проводилось за счет или средств Гагаузии, Камрад, коллекторы, за счет средств, в том числе бюджета Гагаузии или фондов, а эти села стали заложниками кредитов. Сегодня 10 лет жителей, а благодаря этому, условно, мы имеем непонятный тариф на воду и канализацию. Я, наверное, думаю, я говорил со всеми примарами, почему бы хотя бы последние 3 года не взять этот кредит, выплату хотя бы кредита на бюджет Гагаузии. Мы об этом не раз говорили, что мы можно было хоть немного повлиять на тарифы. Я так понимаю, что уважаемые жители города и сел, которые ходят, в ближайшее время мы ждем повышения опять тарифов на воду и канализацию. Это не пустые слова. Я знаю, что, в принципе, заявка ушла на рай. Это будет опять для нас, скажем, а мы ничего не можем сделать, а можем. Следующий момент, который... Это было в отношении справедливо ко всем жителям Гагаузии и населенных пунктов. Я поддерживаю вопрос, связанный с фондом поддержки населения, я не буду говорить про него.
Зампримара раз в месяц ходит на поклон к председателю района, распределяем деньги. Для этого мы держим главу района, чтобы он распределял деньги по жителям города или населенных пунктов. Это, извините мне, смешно и нелепо. Как-то, наверное, глава района должен свою должность немножко выше видеть. Следующий вопрос. По уличному освещению. Я понимаю, что города ничего не получали, села получали, сейчас никто не получает. Просьба, пересмотрите, пускай это будет не 5 леев на душу населения, пускай это будет 3 лея, но какая-то поддержка же должна быть. Мы говорим, что вот для этого нужна Гагаузия. Да, если это программа хорошая, которую начинали, потом добавили города, в итоге сегодня Чедрунга за 2020 год, согласно постановлению Народного собрания, которое принимали, так и не получила 1 300 000. Мы сейчас в судах. Это глупо, может быть нелепо, но мы судимся. По патентам, наверное, если бы не подали бы в суд, до сих пор бы при мэрии не получили бы деньги. Спасибо, что нам их хоть вернули обратно. А сколько об этом мы говорили? Следующий момент. По поводу фонда возмещения контрибуции. На сегодняшний день у нас 3,5 миллиона леев уже есть задолженность бюджета Гагаузии по фонду возмещения контрибуции. Она условно задолженность, потому что Народное собрание только сейчас стало функциональным. Считаю, что данный фонд надо процент увеличивать, потому что это возможность привлечь дополнительные средства за счет доноров. Любой проект, который Приморье выигрывает, позволяет привлечь в 2 раза больше средств, нежели выделяется с фонда возмещения контрибуций. Считаю, что это очень хорошая для нас будет поддержка и мотивация, в том числе примарам, писать проекты, участвовать активно. Сегодня, потому что очень много проектов есть, просто надо работать, писать проекты и привлекать внебюджетные средства. Следующий вопрос, который, наверное, будет звучать, может быть, не совсем нормально, когда у нас проблема унесения с газом, проблема бездомных собак. Это проблема, которая уже выходит из ситуации критической. Полиция говорит, мы никаких мер не можем принять, а примары отвечают, а как отвечать? Мы уже говорили не раз, может быть, назрел вопрос, хотя бы заложить документ, за деньги на подготовку проектно-сметной документации, хотя бы начать с чего-то. Дальше, имея проектно-сметную документацию, можно будет привлечь средства доноров. Построить один приют для собак, допустим, в одном населенном пункте, и пускай каждая примария имеет там свою квоту, и выделяет средства для усыпления этих собак. Это вот вроде бы оно на фоне того, что есть проблема с газом, но у нас каждый день звонки, искусанные дети. Дети становятся инвалидами. Мы не можем никак решить проблему этих бездомных собак. Жители их травят, потом опять негативно примарии. Следующий вопрос. Все это, вот эти все проблемы, деньги, то, что я говорил, нужно. Если бы мы приняли решение, внесли изменения и реально подошли к финансовой децентрализации, когда деньги идут с Кишинева, децентрализованно в бюджет Гагаузии, а дальше идут примариям городов и сел, тогда мы могли бы поговорить о том, что примары не ходили бы. Примары только отчитывались бы, как сегодня исполком Матич отчитывается перед народным собранием, так и примар сегодня. Примар без совета не может ни один лей никуда выделить. Так система власти построена. Это, наверное, правильно, потому что по-другому, если нет отчета, нет контроля, никогда не будет порядка делать вопросы к прозрачности и других моментов, про которые сегодня говорим. Спасибо. Спасибо, Анатолий Афанасьевич. Передайте, пожалуйста, Олегу Федоровичу. Но пока, Олег Федорович, одну секундочку. Пока вы... Илья Семенович, подождешь? Да, давайте. Мы себя не относим к элите, мы тоже простые люди, просто на должности. Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, вчера у нас состоялось совещание с Союзом примаров Гагаузии. Мы единогласно приняли обращение в адрес председателя Народного собрания и депутатов Народного собрания с поручением моих коллег. Я зачитаю наше сегодняшнее обращение. На ближайшем своем заседании вы приступите к рассмотрению бюджета автономии на 2022 год. Учитывая важность данного документа, примарский корпус ГГУС Примар Лерамберли предлагает на ваше рассмотрение ряд поправок, а именно, первое, передать фонд материальной поддержки населения примариям согласно численности населения. Второе, восстановить финансирование программы, освещенной населенный пункт из расчета 2020 года.
Третье. Возобновить финансирование сельских пожарных депо из расчета 100 тысяч лей на пожарный пост. Четвертое. Возобновить программу капитальных вложений. Пятое. Распределить 50% дорожного фонда Гагаузии между населенными пунктами согласно численности населения. Шестое. Справедливо распределить специальные трансферты по детским дошкольным учреждениям, исходя из численности детей с применением повышающего коэффициента для малых населенных пунктов. Седьмое. Восстановить питание школьников согласно программе «Здоровое поколение». Восьмое. Заложить средства для покрытия долга перед местными публичными управлениями по капвложениям, контрибуции и так далее. И девятое. Предусмотреть увеличение фонда возмещения контрибуций. Вышеперечисленные предложения соответствуют ранее принятым решениям депутатов Народного собрания Гагаузии принципу децентрализации и справедливого прозрачного распределения бюджетных средств. Надеемся, что взаимодействие депутатского и примарского корпусов выйдет на более высокий и качественный уровень во имя нашей Гагаузии. Это обращение. В дополнение хотел бы остановиться на некоторых вопросах, слушая выступающих. Есть замечания, когда выступаем и лукавим. Вот Олеся Ивановна говорит, мы сократили финансирование исполкома по отношению к прошлому году. Ловкость рук и больше ничего. В прошлом году действительно было запланировано 10 миллионов 340 тысяч на содержание исполкома. И 887 тысяч на вспомогательные услуги. Всего 11 миллионов 227. Что делается в этом году? Да, сокращается 9 миллионов 718 тысяч на содержание исполкома. Но увеличивают на вспомогательные государственные услуги 1 миллион 380. Ничего. 11 миллионов 97 тысяч. В прошлом году 11 миллионов 220. Сократили на 100 тысяч содержание исполкома. Второе. Это опасный бюджет, который принимать в этом виде нельзя. Он опасен тем, что одним законом о бюджете пытаются отменить несколько законодательных актов, которые принимались депутатами во благо Гагаузии. Первый – субсидирование сельского хозяйства. Ни копейки нету. Мы говорим о сельском хозяйстве, у нас на дворе нету ни одного капли дождя, и на следующий год что мы будем кушать? Ни одной копейки сняли полностью, все. Второе. Это предлагается проголосовать в бюджет Гагаузии на 22 год и автоматически отменить тот закон. Как это можно вообще сделать? Второе. Без Гагауз калдык или гамилен, как человек стал калатец, без бизин билим издала этмэнс. Бизин ушаклэнс, ясларда Гагаузше билмэрлады, бизда бэн, бизин билимизи. Савашерла каблетная бу законами. Йок этмая бу закону о функционировании гагаузской расширения сферы деятельности гагаузского языка. Я хочу, вот здесь вот сидят члены исполкома. Как у вас рука поднялась, товарищи, как у вас рука поднялась, чтобы проголосовать за это? Вы члены исполкома, вы правительство. Я понимаю, что, может быть, есть люди, которым не интересен гагаузский язык, не интересны наши корни, не интересно, чтобы наши дети говорили на своем языке предков. Я понимаю, что вы, может быть, в должностях. Но надо же будет рано или поздно за это отвечать. Ляму лучик, нами заела, поскели, да дату рассуждают мне, да и будешь ли на азаму лучик, дюшина лицис будешь ли аптенес. Да сис предлагайте, да если кер будешь и аптен, бен деп топладом, не аптенес сис исполком, да? Освещенный населенный пункт. Когда я слышу выступление некоторых чиновников о том, что это положение полностью себя реализовало, я удивляюсь подготовке и анализу этого утверждения. Сегодня в Гагаузии и во многих населенных пунктах уличное освещение может быть и на 95-98%, но сама система освещения сегодня, она сегодня требует усовершенствования, она сегодня требует модернизации. В
во многих населенных пунктах сегодня фонари висят 80-х, 70-х годов. Наличие фонарей на столбах это еще не значит, что Гагаузия и полностью наши все населенные пункты освещены. И сегодня, безусловно, пытаться вот таким методом лишить населения и населенные пункты этой программы нельзя. Дальше. Вот я хочу еще один момент заметить. Ведь в прошлом году бюджет Гагаузии был принят 7 мая. И задним числом с 1 мая те депутаты, 18 человек, которые проголосовали за прошлогодний бюджет, они финансирование по уличному освещению, они финансирование по пожарным депо и так далее, они сняли с 1 мая. Мы же можем утверждать, что закон обратной силы не имеет. Но прекратили финансирование с 1 мая. На неделю, но прекратили. А талоны на питание исполком себе. Это депутаты проголосовали с 1 июля. Один месяц, но все равно талон на питание получить. А детей во второй половине года не кормили в школах. Вот следующий момент, когда Олеся Федоровна говорит, кого сокращать? Вот покажите, все работают в поте лица на благо Гагаузии, кого сокращать? И пытается вот таким вот популистским методом, давайте мы вот кого сокращать будем, все работают на благо Гагаузии, ее экономики. Ну, конечно, люди, которые работают, их сокращать нельзя. Но я не могу понять, зачем приемной Олесе Федоровне две секретарши, которые сидят друг против друга. Виталий Лак сидит здесь, Олеся Федоровна здесь. Друг против друга сидят две секретарши. Может быть, у них нагрузка такая серьезная, что там чай должна носить этому одна секретарша, а вторая секретарша. Ну, вот о чем речь идет. О целесообразности. О целесообразности расходования бюджетных средств. И это надо пройтись по всему исполкому, по всем кабинетам. Следующий момент. Вот эти вот постоянные жалобы, регион, 20-й год тяжелый, 21-й год тяжелый, пандемия, вот эти все страшилки. Но я не знаю, я общаюсь с нашими коллегами, примария исполняет свои бюджеты на 100% и больше. Но мы исполняем свою доходную часть. Почему исполком не может свою доходную часть и постоянно жалуется? Ну, во-первых, на мой взгляд, я уже имею возможность, исходя из своего опыта, так утверждать. Нету правильной администрации, администрирования бюджета региона. Создаются искусственные долги, вгоняется регион в долги, именно поэтому происходят такие вещи. И, конечно же, контроль, как и за нами, примарами, ведет жесткий контроль. Советники местных советов. Такой же контроль должен быть за исполкомом. Это нормальное явление. Это и предусмотрено в законе о государственном регулировании. И этого обижаться не надо. Это башкан обязан отчитываться перед народным собранием, как примар перед местным советом. Что здесь унизительно? И я хочу поблагодарить сегодня организаторов за сегодняшний форум. Нас 2 года, более 2 лет примаров не собирает исполком для того, чтобы обсудить проблемы. И накопилось очень много жизненных. Ну как это можно работать в автономии, если нас не собирают с примарами, чтобы поговорить, обсудить, задачи поставить. Ведь заседания исполкома проходят там 1 раз в месяц или 2 раза в месяц. То есть Башкан собирает свою команду для того, чтобы обозначить задачи. Ну, нас 2 года не собирает Башкан для того, чтобы обозначить задачи. Каждый по себе, как может, так и выкручивается. Это что, система государственной власти? И при всем при этом, Олеся Федоровна, тяжело, улыбнитесь, вот так вот, все тяжело. И мы вам подставим плечо в процессе децентрализации финансовой Гагаузии. Запомните это, вы это сделали. Илья Семенович, да, пожалуйста. Вы оскорбили уже.
все присутствующие, хочу с вами всеми поздороваться и поблагодарить вас, что вы с нами вместе сегодня обсуждаете главный документ нашей автономии. И я думаю, что на протяжении последних 6 лет первый раз здесь сидят примары, которые обсуждают главный документ страны, автономии. Почему? Потому что примары, как никто другой, знают проблему с низов. И примары – это те люди, это те, как говорят, это те доктора, которые живут проблемами села. Поэтому огромное вам спасибо, что вы с нами. Но я хотел бы спросить, почему сегодня нет Башкана Ирины Федоровны? Она обязана, согласно уложению, докладывать бюджет и доказывать свои цифры. И мы, и вы в том числе, должны задавать вопросы. И она должна отвечать. Но на протяжении 6 лет ее нету. Почему ее нету? Она же говорила, что она профессионал, ее команда профессионалов. Но по сути, таковыми они являются. Вот я хочу сказать пару слов по поводу нашего бюджета о государственной собственности, которая была последняя у нашей автономии. Если вы помните, у нас было 3 ДО, потом их объединили и сделали 1. В прошлом году Ирина Федоровна хотела это предприятие, исполнительный комитет, выставить на аукцион, на продажу. И кто хотел его купить, я вам скажу, не секрет, ее родной брат. Но спасибо 6-му СОЗу, что мы это не дали сделать. И сейчас хочу вам сказать, это предприятие в прошлом году заплатило налогов на 7,5 миллионов лей. То предприятие, которое несет нам золотые яйца, исполнительный комитет хотел продать, выставить на аукцион. Не получилось. Аптеки, которые находятся у нас, эти аптеки почти не работают. У нас есть 1 миллиард лей. Что мешало чиновникам выделить туда 2 миллиона лей, реанимировать их, пустить, это же наша собственность, дать небольшие наценки и пусть население пользуется ими. Ничего не было сделано. Почему? Потому что они это не умеют, и им это не надо. Ихняя задача, чтобы они умирали, потом обанкротились, кто-то купил. Я сейчас не говорю, кто именно. Но так не руководят государственной собственностью. Идем дальше. В 5-м СОЗе, когда пришла Ирина Федоровна, она хотела продать нефтебазы. Это последняя собственность. Мы ей не дали это сделать. Что произошло сегодня? Чадернумская нефтебаза уже в частных руках. Там была небольшая сумма, 500 тысяч лей. Что мешало исполнительному комитету заложить в главный орган документ страны и заплатить эти деньги и предприятие оставить на плаву. Пусть она не работает. Законсервировать. Я не знаю, до хороших времен или как. Либо выставить на торги, на аукцион, чтобы была коммерческая цена, а не та цена, которая нужна чиновникам, чтобы продать, и продать своим. Ничего. Предприятие пошло, обанкротились по зарплате и продали через судебных приставов. Сегодня та же схема, потому что Народное собрание в 6-м СОЗе не дало, чтобы продать нефтебазу, уже 6-й СОЗов. Они пошли уже, как я говорил, по Чадернуге, сейчас они пошли по такому методу, по УВУ, конечно. Люди обратились в суд, им не уплачивают зарплату, и через судебного пристава начали дробить и продавать предприятия. Вот как работает этот исполнительный комитет. Этой собственности больше у нас нету. А почему нету? Ну, потому что, наверное, это говорит о их большом профессионализме. Олеся Федоровна, вы очень красиво говорите. И когда говорите, так рассказывайте, что с вашего рта идет мед. Но, как говорит Олег Федорович, если вы слышали бы себя, и сути в ваших словах нету.
И как говорил Олег Федорович, примары не могут попасть в Башкану по 2-3 года. Вы понимаете? Примар села не может попасть человеку, который управляет автономией 2-3 года. Это справедливость? Так вот, ваши слова не соответствуют сказанному вам. Сейчас по поводу численности вашего штата. Когда работал бывший Башкан Фурмузал Михаил Макарович, штат исполнительного комитета был 21 человек. 21. У вас сейчас 46 или 48. А скажите, чем вы лучше работаете его? Или то вы исполкома? А ничем. Он хотя бы сохранил государственную собственность, а вы ее расстрелили. Вот это и есть, какие вы профессионалы. Сейчас я хочу сказать некоторые слова по поводу спорта. В целом вы в бюджете закладываете на спорт 1 миллион 650 тысяч лей. Это на спорт Гагаузии. Я спрашиваю начальника управления, а почему не заложили 600 тысяч на чемпионат Гагаузии? Он мне говорит, ну пандемия. Я говорю, хорошо, пандемия была в прошлом году, а сейчас продолжается. Ну тогда я говорю, скажите мне, пожалуйста, а почему вы закладываете на чемпионат А и Б 350-300 тысяч лей? Я говорю, там есть пандемия, здесь нет пандемии. Давайте закладывать средства как надо. Но если вы понимаете, спорт – это та структура, где наши дети, оторванные от улицы, имеют возможность тренироваться. Но то, что я вижу в вашем бюджете, денег на спорт нету. На культуру у вас есть много, на ваши танцы, пляски. Но скажите мне, как сочетается ваша философия? Если 1 миллион 650 вы закладываете на спорт, а 2 миллиона 166 тысяч вы закладываете на содержание нового стадиона. И плюс 15-16 человек штата. Скажите, зачем нам нужен был этот стадион? Если вы собрали бы всех спортсменов и спросили бы, нужен ли этот стадион? Или нужны деньги? Тот, он будет стоять, а для спорта денег нету. Он будет, через 10 лет он будет рушиться, и мы потом должны будем выделять деньги, чтобы его приводить в порядок. Так если вы говорите о спорте, да, или как исполнительный комитет, сумма должна быть хотя бы адекватная. Хотя бы должно быть там до 4 миллионов. Но за 1 650 000 спорт не построишь. И здорового поколения не воспитаешь. Откажитесь, пожалуйста, от своего питания, от ваших премий, получайте хотя бы чистую заработную плату. Но получаете, вам все можно, а простым людям нет. Что сделал пятый созыв Народного собрания? Некоторые примары здесь, которые были в пятом созыве. А то, что они добились... С 365 миллионов бюджет, который был у Фурмузала, мы добились, вот примары здесь некоторые, сделали миллиард. Прошло 6 лет. Что добились вы? Вы пришли на эти деньги, которые пятый созыв добивался, ругался, открывали уголовные дела на нас. Референдум сделали, а вы приехали, воспользовались и ничего не сделали. Что вам мешало? Центральным властям объяснить и рассказать, что бюджет страны делится пропорционально. У нас уже должен быть за 2 миллиарда. Почему? Так вот, вы должны бюджет делить транспарентно. И что касается гагаузской автономии. Вы здесь, некоторых примаров, вот, которые здесь находятся, которые не бывают у Башкана по 2-3 года, вы же своими действиями унижаете их. А знаете почему? Потому что тут примары, которые находятся, имеют свое собственное мнение. Эти примары со стержнем. Эти примары знают, что нужно делать. И вы таких примаров этим же вашим методом пытаетесь дискредитировать. Деньги не даете. Для чего не даете? А чтобы с ними страдали весь населенный пункт. Чтобы они следующие свои выборы проиграли. Вот ваша политика. А должно быть все наоборот. Я
регламент. Еще чуть-чуть, все, да. И заканчиваю. Говорила уже с начальником управления. Статьи расходов, которые здесь говорятся, хочу для людей тоже прочитать. Потому что я читаю, не могу понять. В бюджете все должно быть четко написано, кому выделяются деньги, как выделяются. Я читаю вам одну статью расходов, две читаю. Одна статья расходов пишется. Футбольные клубы, выступающие в чемпионате Республики Молдова по футболу, 350 тысяч. Другая статья. Спортивные клубы и секции. То же самое. Кто там разберет? Чиновник будет разбирать. Футбол это или клуб, или это бокс, или это борьба. Тоже клуб. Но у него есть право манипулировать, дать вам деньги или не дать. И тут пишет. Финансируется из небюджетных средств, достигшие высоких результатов. 400 тысяч. Я говорю, а как определим, что высокий результат? Как? Согласно положению. А что? Положение... В прошлом году выделили футбольному клубу «Олимп», я не знаю, там 200 тысяч или 250. Что там написано про положение? Ну, не получалось по-другому. А должно быть четко написано. Футбольный клуб «Олимп». Не 80 тысяч или 250. Футбол большой не сделаешь. Выделите этой команде хотя бы 700 тысяч, чтобы она достойно представляла нашу автономию. Напишите там. Футбольные клубы, которые выступают в дивизии «Б», «Кангас», «Кирсово» и так далее, и так далее. Выдать этим людям, этим командам по 200 тысяч. Чтобы это было правильно, открыто, чтобы каждый, кто откроет и прочитает, было ему ясно и доступно. Но как вы пишете ваши статьи расходов, ничего не ясно. Поэтому то, что я вам говорил уже на наших слушаниях, которые мы на Народном собрании с вами обсуждали, хочу, чтобы вы доработали и привели его в соответствие. И говорю последнее. Олеся Федоровна, больше у вас не пройдет лафа. Вы будете работать согласно закону. Спасибо. Я буквально несколько моментов. Понимаю, что все устали, но есть конкретные вопросы, которые, в общем-то, были озвучены мной, озвучены примарой, и нету никакой реакции. В частности, вот то, что я говорил, вот примары и примар Сулканеш, и примар Щедрмунги, они озвучили о том, что и Олег Федорович говорил о децентрализации. Собственно говоря, автономия, собственно говоря, и создавалась для того, чтобы мы были автономны. Илья Семенович, чтобы мы были автономны. Но у себя в автономии создали такую же структуру, собственно, как Кишинев по отношению к нам. Мы обижаемся все время, что Кишинев нас обделяет, но внутри создали действительно площадку, которая разъедает, реально разъедает всю Гагаузию. Очень большой бюрократический аппарат. Я по нему сейчас скажу. Как раз в этом была моя мысль, назвав о том, что мы выделяем 83 миллиона социальные проекты, в том числе, как вы сказали, не только социальные, а там, туда входят и взносы, выплаты по рождению ребенка. Я считаю, что все эти направления должны, как раз если расшифровывая, должны распределять и управлять ими примарии. Местные органы власти, на то и вы и местные органы власти. То есть исполнительный комитет создает механизм, прозрачный, вам отдает, вы выполняете, вы вывешиваете списки, что угодно, кому раздаете, и там на местах люди будут знать, кто получил поддержку за отопление, кто получил там субсидию за порождение ребенка и так далее. Вот как должно быть. А не управляется с третьего этажа исполнительного комитета, и своим близким раздается, и половина, извините, разворовывается. В этом как раз и мысль была. Хорошо, что вы поддержали, я считаю, что даже здесь не столько... Закон нужен, нам законные механизмы позволяют, и я не думаю, что в Народном собрании будет проблема это распределить. Нам нужно видеть, вот по всем направлениям видят, как расходуются деньги. Я поэтому и на прошлом слушании говорил, что перекладывать это ответственность на местные органы власти, потому что они на местах все знают, и соответственно они будут и нести ответственность по всем этим моментам. Это и правильно, и справедливо. Теперь по части расходов. Я не услышал, значит, Татьяна Михайловна, понимаете, не хотелось бы призвать вас к совести,
Но если депутат вам задает или направляет запрос, он знает, какой запрос вам направляет. Вы, когда здесь говорите публично, лукавите, что есть 1000 документов. Мне нужно было, нужно было передать документы на нескольких листах, и вы знаете какие, в доступной форме, в ясной форме. Вы даже не удосужились ответить, значит, здесь присутствующим, все-таки какое финансовое состояние 1 января. Какие задолженности по капитальным вложениям? Я же не стене какой-то говорил, я задал конкретные вопросы. Они интересуют всех, и примары интересуют, и всех жителей. Сколько все-таки вы имеете задолженности на 1 января? Подождите. Какое положение дел? Почему вы не представили исполнение бюджета, чтобы мы видели? Вы хотите, чтобы мы принимали и утверждали бюджет? А как, если мы не видим, как вы ее исполнили, как мы можем вам ваши прогнозы подтверждать? Вы же по базовым показателям в своей пояснительной записке сами себе противоречите. Обращаю ваше внимание на то, что исполнительный комитет пишет о том, что по валовому продукту в прошлом году Гагаузия собрала, примерно, реализовала на 2,5 миллиарда. И по прогнозам на этот год будет на миллиард меньше. Вдумайтесь, если на миллиард валовый сбор будет меньше, то что, НДС мы получим больше или меньше? Налогов на прибыль мы больше получим или меньше? Соответственно, мы не доберем большое количество. Поэтому сразу возникает вопрос. Только по этим показателям мы примерно 100 миллионов не доберем. Как мы будем исполнять все? Теперь по штату. Значит, у меня есть конкретное предложение, которое направил Народное собрание, направил исполнительному комитету. О том, что только по штату исполнительного комитета, здесь без районных администраций, у них насчитывается сегодня больше 200 человек. Я предлагаю сократить их, чтобы их осталось примерно 100 человек. Чтобы было понимаемо. Значит, здесь сумма предлагается у них где-то примерно 50 миллионов. Если мы сократим, то мы сократим на 30 миллионов. Только по ним. Если администрация районов, еще меньше останется. Если мы пойдем вот так по пунктам, найдем все. И то, что говорят, понятно убеждают, что якобы у них увеличилось количество в бюджетной сфере. Там непонятно. Это все водичка. Вы лукавите. Вы все лукавите. Нужна, пока не будет аудита, мы не можем вам верить на слово. За эти годы не было ни разу аудита. Мы хотим знать физическое, именно физическое количество людей, которые там находятся. Вы неужели думаете, что... Посмотрите вы, пожалуйста, в каждом управлении, их у нас сегодня насчитывается сколько там, 13-15 управлений, в каждом управлении по 22 человека. Где вы их вообще размещаете? Правильно Примар задал вопрос? Где вы их размещаете? У себя в кабинетах, что ли? Да нету столько людей. Получают зарплату за них, да, другие люди. Но нету столько людей. В этом вся правда. Поэтому есть еще много вопросов, чтобы не утомлять. Считаю, что мы бюджету спешить не будем и утверждать. Будем возвращаться, будем делать и публичные слушания, будем на комиссиях обсуждать. Для того, чтобы все-таки депутаты, в первую очередь наши коллеги, вникли и разобрались в основных посылах. В основных цифрах, потому что мы в конечном итоге потом возьмем ответственность за все это. Нужно остановить этот беспредел. Да, ну, что? Иван Николаевич, давайте ответьте. Да, добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги. В принципе, я затрону свою отрасль. Поднимались вопросы, задавались депутаты, часть примаров задавали вопросы по поводу задолженности примарии по капитальным вложениям, по фонду возмещения контрибуции. Скажем так, 2020-2021 год был действительно сложный по выплатам, были накоплены долги с 2020 года. На протяжении 2021 года получилось погасить практически полностью все задолженности по капитальным вложениям и по фонду возмещения по примариям населенным пунктам. Касательно проектов местного значения, моя коллега уже озвучила о том, что это остались три примарии, которые не подтвердили свои работы актами выполненных работ. Это сума 650 тысяч лей. Они будут перечислены после выполнения этих работ. Касательно фонда возмещения, все суммы были выплачены, за исключением двух проектов, которые не были реализованы. Чтобы этот вопрос закрылся. Касательно вопроса Анатолия Афанасьевича по поводу фонда возмещения контрибуции, действительно очень важный фонд, очень нужный фонд. У нас на сегодняшний день порядка 20 заявок на сумму порядка 9 миллионов лей. Обращаюсь ко всем примарам, потому что есть запросы индивидуальные.
о том, что программа фонда возмещения контрибуции на исполнительном комитете будет утверждена после того, как будет утвержден бюджет. То есть, чтобы мы понимали, что эта сумма будет закладываться в бюджете. Касательно освещенного населенного пункта. Говорил на публичных слушаниях, которые проводились исполнительным комитетом, еще раз повторюсь, прерогатива уличного освещения это по закону это на уровне примарии. То есть примарии отвечают за уличное освещение своих населенных пунктов. Когда программа разрабатывалась, доход, который получал бюджет регионально, это доход от физических лиц, подоходный налог от физических лиц, этот доход распределялся на эту программу «Освещенное село». На данный момент, у нас в приложении 6, по-моему, отражено, весь этот налог перешел в примарии. Следовательно, правильно было бы, раз доходы ушли примариям, значит и расходы тоже должны уйти примариям. Можно помогать бесконечно, но у нас бюджет ограниченный. Это первое. Второе, действительно, уровень освещенности населенных пунктов возрос. И вот господин примар из Копчака парировал тем, что висят до сих пор лампы 80-х годов. Ну, я сам житель Копчака, где, по какой улице, Олег Федорович, в Копчаке висит лампа 80-х годов. Специально проехался, посмотрел. Вот здесь депутаты висят, сидят от Копчака. Вот по Пирогова 80-х годов лампа, по Сергею Лозо 80-х годов лампа. Это же чисто лукавство. Дальше. Относительно уличного освещения, это прерогатива местных органов власти, она там и должна оставаться. Касательно дорожного фонда. Дорожный фонд, который в этом году заложен 21 миллион 780 тысяч лей, это национальная программа. Эти средства направлены на дороги районного значения. Предложение поделить его пополам, оно не имеет возможности, законной возможности не имеет. Это просто, это невозможно это выполнить. Каким образом распределяется? В этом году, буквально на прошлой неделе, мы утвердили программу дорожного фонда. Александр Григорьевич, по-моему, задавал вопрос, принципы или концепция распределения данного дорожного фонда. Мы распределили на дороги районного значения минимальные суммы по содержанию этих дорог. Это суммы примерно остались на уровне прошлого года. И основную часть по капитальным вложениям мы направили на ту дорогу, которая была начата в прошлом году. Это дорога в селе Джолтай. Еще раз напомню, что у нас на балансе исполнительного комитета находится 148 километров дорог, 30 участков. И эти средства предназначаются строго для этих дорог. И никаких отвлечений на другие дороги, в том числе на коммунальные дороги, улицы, населенных пунктов, этого сделать невозможно. Спасибо. Культура, ну давайте, хорошо. Добрый день. Несколько раз упоминалась отрасль культуры, я тоже буду говорить о своей отрасли. Вы говорили, уважаемые депутаты, что на культуру у нас выделяется 60 миллионов лей, чуть-чуть другая сумма, но хочу сказать, что в сфере культуры у нас 88 учреждений. Это и дома культуры, это 37 библиотек, это два театра, студия звукозаписи и так далее, музеи. Вот на все эти учреждения, в том числе и на проведение массовых, культурно-массовых мероприятий, выделяются эти средства. Все учреждения культуры, кроме 14 из 88, они находятся на балансе наших примарей или районных администраций. Что хочу сказать. На проведение культурно-массовых мероприятий, я хочу сказать, что выделяется всего лишь 1 600 000 лей. 1 600 000 лей в эти, 1 600 000 входит в проведение 16 крупных мероприятий регионального масштаба, в том числе Хидерлейс, в том числе фестиваль Коляда, в том числе фестиваль национального костюма. Это те мероприятия, которые помогают нам сохранить наше материальное и нематериальное культурное наследие. В том числе мы планировали в этом году первый раз
принять участие в фестивале Баура. Именно с этим предложением к нам вышел директор Дома культуры села Копчак. Вот поэтому здесь же, в эти же 1 600 000 лей, ходит и сумма, которая покрывает транспортные расходы наших творческих коллективов. В течение всего года наши творческие коллективы, которых у нас, к счастью, очень много, получают приглашение приглашение на международные фестивали. Это те площадки, где мы можем показать гагаузскую культуру, познакомить жителей всего мира, подчеркну, с гагаузской культурой. И здесь мы каждый раз нашим коллективам помогаем. Ввиду того, что в прошлом году бюджет несколько раз возвращали, мы вынуждены были сократить эти расходы. И мы практически никому не смогли помочь. В этом году мы хотим, чтобы наши дети, наши творческие коллективы, они выезжали за границу, чтобы в этом году мы смогли провести ряд мероприятий, которые мы вынуждены были в прошлом году сократить. Это и конкурс «Лязан на Киат». Вот вижу, Константин Иванович здесь сидит, наверное, будет задавать вопросы. Это все мероприятия, которые мы не смогли провести. Это пленэр художников, это выезд на фестиваль «Тюрксой». Это те международные площадки, куда мы обычно выезжали. Вот именно здесь. Я прошу, чтобы все запомнили. 1 600 000 на все региональные мероприятия. Это и фестиваль ковра, потому что, проводя все мероприятия регионального масштаба, мы выезжали, проводим эти мероприятия в селах. Что еще хочу сказать по поводу штатов. У нас не раздутые штаты и нет ни одной мертвой души, я вам гарантирую. Хочу вас пригласить к себе в управление. Только после Мартишора сейчас очень большая нагрузка. Мы с вами уделим несколько дней и отчитаемся. Более того, хочу сказать, 24 числа в этом зале пройдет отчетное собрание, где можно будет услышать отчет о деятельности отрасли культуры. Вот там будет полный отчет. Я вас приглашаю, здесь будут все руководители учреждений культуры. Вы сможете тоже его послушать. Если будут вопросы, можете задать. Я закончу, я прошу прощения. У нас в штате, в структуре управления культуры 123,5 единицы, в том числе 54 единицы дюзова, 28 единиц духовой оркестр. Это две библиотеки по 9 штатных единиц. Это музыкальная студия звукозаписи, звуковая студия звукозаписи. Это региональная галерея. То есть Лязым, сестер, селерлет, мяка гауздерины, елерледен, а моя пнюля, а не канун олсун дору. Без балеры сами халтопу, шля копейки шлямеды. Он что, елеры дору, бу канону, таман насыдык. О заман театрчуларда, юридичелярда, варенча олсун каблетсиня опары, ангысына, истела, бюн шлямеем да каблетме. Вопросик, ну как бы не вопросик, а констатация факта. Очень хорошо, конечно, вы говорили о том, что должностные единицы, ну, они очень нужны, вы болеете за каждого человека и так далее. Но как чувствуют себя художественные коллективы в Чедровом ГИБУ, конечно. Приведу пример вам, естественно, нашего Чедровунга. Я, конечно, не знаю как, поэтому буду говорить о Чедровунге. Кадынджа наша. В 94 году, когда мы создали автономию, она ни грамма не уступала дюзове. То, что дюзова получает финансирование, великолепно, очень хорошо. А наша Кадынджа, она влачит жалкое существование. Там по полставки у людей, и руководитель слезно просил, дайте еще две ставки, чтобы я 4 человека по полставочки нанял. У них один комплект костюмов, который они цыганские, гагаузские, молдавские, все танцы мира танцуют только с одним костюмом. И они получают минимальное финансирование. И это несправедливо. А? 4 года никуда не выезжали. Да, это несправедливо. Когда у нас был свой район, я не призываю к этому, но когда у нас был свой район и был свой райфинотдел,
наши коллективы получали достойное финансирование, так же, как и Камрадский, так же, как и Волконяжский. Раз уж так получилось, что у нас автономия и все органы управления здесь, то будьте, пожалуйста, добры, обращайте внимание, уделяйте внимание должное и финансируйте, дайте нормальное финансирование и возможность развиваться и нашим детям, и в Чедрунге, конечно, их дети талантливые. Дайте возможность нас развивать тоже будет. Я с вами согласна. Кадынджа, города Чедрунга, прекрасный коллектив с богатой историей, с очень богатым репертуаром. Я с вами согласна. 2 года вообще никто никуда не ездил из-за пандемии. Но я вам хочу сказать, что мы ни разу не получали ходатайств о том с просьбой помочь выехать коллективу на тот или иной фестиваль или на то или иное мероприятие. 4 года назад коллективу пошили 2 комплекта костюмов и купили комплект обуви. Но если мы сегодня, мы запланировали в этом бюджете 200 тысяч на пошив костюмов. Если у нас есть положение, которое регулирует деятельность комиссии по пошиву костюмов. Если мы сегодня получим ходатайство, то мы обязательно примем это во внимание. Нужно лишь только ходатайство. Я констатировал факт, спасибо. У нас есть еще много людей, спасибо, пожалуйста. Ну, вы констатируете, но вы дослушайте ответ. Я вам сказал правду, и не 2 все-таки комплекта, 1 комплект костюма. 2 комплекта, МШ. Ну, вы так говорите. Иван Юрьевич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Я хотел бы предложить, я рад, что публичные слушания, конечно, я огорчен, что тут нет, депутаты разделились тоже с другой стороны, нет депутатов, очень надеюсь, что согласно закону каждая комиссия обязана будет рассмотреть отдельно и вынести свое постановление, но публичные слушания нужны. Я предлагаю вам, что ваше видение, то, что Сергей Константинович говорил, вы говорите, ваше видение, как вы видите бюджет сформировать. Пожалуйста, опубликуйте это. Какую структуру исполкома вы видите для того, чтобы нормально функционировала она? Что видите? Опубликуйте, пожалуйста, чтобы потом на следующих слушаниях, вы через комиссию примите, опубликуйте, чтобы мы на следующих слушаниях уже ваше видение здесь обсуждали, поддержат люди, не поддержат, может быть, что-то еще добавят. И не только в интернете, чтобы оно было, но на радио, может быть, об этом будете говорить, на телевидении. И один номер газеты сделайте так, чтобы региональная газета, каждый дом этот номер попал, каждое домовладение, чтобы люди прочитали его. Вот тогда будет действительно публичное слушание, люди будут заинтересованы, будут знать, о чем говорить. Сейчас мы слушаем вас. Не все воспринимается, а вот когда мы будем конкретные предложения по оптимизации или внесению изменений в этот бюджет или принятие, вот тогда будет легче. Спасибо. Константинович, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые депутаты, члены исполкома, все, кто здесь. Я впервые на публичном таком обсуждении бюджета. Я думал, каждый год проводится. Наверное, так и есть, но... Что хочу сказать? Тяжело, всем тяжело. Но я как руководитель общественной организации Союза писателей Гагаузии здесь пришел для того, чтобы тоже высказать свое мнение, видение по части бюджета, по духовному воспитанию, не хлебом единым. Да, без еды мы никуда не денемся, согласен. Но только сегодня тоже далеко не уйдем. Чему я так говорю? Наш союз был создан для всех в 2018 году, быстро, коротко. У нас по уставу написано, мы имеем право издавать свой журнал. Литературный художественный журнал. Я являюсь главным редактором, вот в руках я вам сейчас подарю. И тут смета, которую Олег Сметок очень хорошо знает. Спасибо, что помогали. Мы вместе с Марсионной, должен сказать об этом исполкому, помогали, 2 года проводили вот этот конкурс по моей инициативе литературы для замлокят по 6 номинациям. Это поддержка писателей, поэтов. Должны понимать, все направления Гагаузии должны гармонично развиваться. И на это надо обращать внимание и депутата, и исполкома. Слава Богу, мы проводили это нормальная мотивация для людей, которые на свои деньги издают свои книги. Исполком помогает, я не должен тут говорить такие вещи, что не помогает. Но часто бывает и свои деньги мы тратим. Вот прошлый год также помогли нам издать на гагаузском языке где-то 4-5 книг.
Но я не слышал, я опоздал, я не знаю, сколько денег на издание книг Олесиновой. Есть такая статья? На печать. Можно услышать? Сколько? 200 тысяч. Они, Максим, это идет непосредственно на издание книг, да? Да. Попутная просьба. Писать свой заявление, писать обязан быть этой комиссии. И должен знать вот эту вещь. И помогать вам в работе. Не против идти, а помогать. Да, да, нет, это предложение попутное. Потому что я должен знать, если у меня есть 15 членов Союза, я должен знать все. 200 тысяч, хорошо, спасибо, спасибо. Так вот, мое первое предложение по журналу «Союз Русских Писателей». Мы издали 2 номера, 3 сейчас в этом году готов. Мы ищем по всему миру. Первый номер я на свои деньги издал, а потом исполком вернул эти деньги мне. Вот вся правда. Второй номер члены Союза свои деньги положили, нашли в Турции, издали. Вот сейчас я вам говорю, это журнал. Хороший журнал для поддержки наших учителей белорусской языковой литературы. Для детей. Хорошие отзывы. Видели все. Я считаю, что это важная площадка литературы для молодых писателей. Но разве мы состояли сами его финансировать? Поэтому я прошу депутатов посмотреть, можно ли, я не знаю всю процедуру, но можно ли вот отдельные статьи, потому что, как Марсионовна мне объясняет все время, и она права, идут на книжные вот эти 10 тысяч. Наш журнал стоит где-то порядка 25-30 тысяч 575. Это нужно столько. 2 раза в год мы его планируем. Мы писали ходатайство по штану, были на приеме. Ну, к сожалению, вот корректно надо сказать, что пандемия, нет нехватка средств, мы это все понимаем. Ну, когда в Гагаузии был Союз писателей действенный? Никогда. Когда свой журнал имели? Никогда. Молодежь, которая пишет свои произведения, короткие, он не может издать книгу. Вот здесь место, я работаю полгода с Мариновым, редактирую. И выставляем «Тюркский мир», повезли 50 штук. Потому что «Тюркский мир» помогает нам. Но это разово. Вот сейчас тоже 3-й номер, кто-то стой помогает. Но не разово. А надо, чтобы отдельные статьи на этот журнал изыскать. Небольшие деньги. Вот пусть не обижается мне. 10 миллионов прошлый год научный центр получал. Да я не против, они делают огромную работу. И управление культуры тоже делает огромную работу. Кстати, культура – это важнейшее лицо любого народа, поэтому туда деньги не надо жалеть. Но и регламент. Да, писатель имеет право на свой журнал. И я не должен искать по всему миру и ставить свои деньги. Должны найти, изыскать возможность поправку внести. И хотя бы, не знаю, ну, 2 раза в год или 1 номер, но этого года. И завершая свое выступление 2 другими неуместными, пусть будет, неудобными, позорными, но скажу. Льготы ветеранам войны, это вам напутствие депутатам, ветеранам, извините, становления Гагаузии создания. В прошлом созыве не решили, но это позор. Все вы сегодня зарабатываете деньги, потому что мы тогда сделали автономию. Пусть скажешь грубо. Но все ветераны, афганцы, чернобыльцы, полицейские, не знаю кто, какой-то дети получают 5000 лет, непонятно за что, а жена убитого на посту Сыркмача не может получить 5000 лет в месяц. Это за Гагаузии, простите меня. Простите, но я не буду много раз сюда приходить. Это неправильно, это несправедливо. Льготы ветеранам создания, которых осталось уже половина умерли. В каждом селе 4-5 человек, не больше. Может быть, даже 3. Должно было быть потом всем остальным. Из нашего гагаузского бюджета. Остальные центрального бюджета получают сколько хотите. Если останутся деньги, отсюда тоже. Это тяжелые времена, знаю. Всегда были тяжелые времена. Надо изыскать этот позор. Это кривок в сторону патриотов, которые создавали, не жалея себя, тот тренер. Не весь народ. Были лидеры, которые вели за собой. Вели за собой. Ездили в Москву, выступали на митингах, организовали съезды, делали всякое важное, опасное дело, как выборы, вспомните, ночью. Европредседатель избирательного бюро. Не дай бог проиграли, кого посадили? Всех вот этих активистов. Выиграли, будет поощрять. Да, в каждом государстве это так. И последнее. Закон, посмотрите, вам обращаюсь, депутаты. Есть высший орден Гагаузии. Мне стыдно и позорно сказать вам сегодня, не ради денег, ради уважения. Почему нет материальной поддержки? Где, в каком государстве это есть? Герой Гагаузии не получает ничего. А заслуженный учитель за свою работу получает 50 лет. Простите, но я не за деньги, но отношения. Это плевать, если это человек, своему статусу ордена. Пересмотрите закон, я вас прошу. Это неправильно. Или уберите вообще этого ордена.
Герой Гагаузии взял орден, да, почетно, спасибо. Но это же выдающиеся заслуги, таких не должно быть много. Спасибо. Мало героев своих. Это очень справедливо. И последнее. Желаю, чтобы две эти власти не разбирались, как у нас получается уже не знаю сколько лет. Я патриот до мозга костей своей Гагаузии. Но мне стыдно, больно, обидно, когда я вижу. Две ветви власти. Одни закон дают, другие исполняют. Но должен быть компромисс. Должно быть уважение. Никаких оскорблений не должно быть ни исполкома, ни депутатов. Вас выбрал народ, простите, должны знать. Для того, чтобы вы решали все проблемы этого народа днем и ночью. Понимаете? А не показывать личные амбиции и думать об обогащении. Сократите премии зарплаты, но дайте льготы ветеранам и тимолиносцам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Константин Иванович. Я не могу не дать слово. Человек приехал из Чедерлунги, руководитель театра Михаил Дмитриевич Константинов. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Я извиняюсь, я обещал передать. Спасибо. Замахивался Саидлы Юдерджиля, Саидлы депутатлар. Бенимадым Михаил Константинов, Чалшерым Дионистына Соглаадына Гагауз Милли Театрусында директор. Доордан деме, инил кейсерим сөйлемәне бендилим политикаджы, политикина их прикеря занатлашмадым, занатлашмаджамды, беним политикаму театру. Допузире мавсус гейдим бурей, бу сурушла чузме, тё проблемлары, англары чузюльмер, театрунын ачылмасындан бери, тешанса 25 йыл, май 25 йыл. Сіз артық білесіз, 1997 жылда құрылды Елк Гагауз театр Сучадыр қасабасында. О замандағы үйіндергілеріміз лафынан ададыдылар, 4-5 жылын ішінде қалдырылжық, япылынжық хақына бір театр еді. Да, о заман бізі бұл 4-5 жылы жүсіліме, сыкыштырдылар афидин лафыма культура вентилене, да бұл дейлікте біз тешансыр май 25 жыл көтіреріз бұл үсік инжі занаты аңғысының ады театру. Бұл ел сорушылын бен келдім, да бар ұмытым, шу кере бен данышырым, 25 жыл шансыр ап данышырыз бізім өндергілерімізе, ама бізім данышларымызда алып сатмайлар. Теозіре, автономиямызда йоқ оқыда пара, ане театру бинасына япма. Афидин ама бізе келелер мұсафирлер башқа-башқа девлетлерден көрме Гагауз Милли Театрусыну. Ама көріп не халда біз бұлмеріз, она тыканып дөніп кедерлер. Айып дейл ме? Хепсі кештеки башқанларымыза, кештеки депутатларымыза, хемді шындеки. Айып. Бұйзе бұл елк соруш, әне ұмытлан, ұмыты дейін тебен рус елінде де бірді мектуп яздым, әне оқысын хепсі депутатлар. Ұмытлан, әне бұл чөзуі, яваш-яваш, адым-адым чекеді жіліс, чөзіме, чекеден еш оларыныш, чекетмесік олмайшық. Ем екінші соруш, о, бізім канон, әне ішлендірілді, ем қарарланды. 2018 yılda bizim Gagauz dilimiz için hani dilimiz korunsun, kabilinsin, emirlensin. Söyleyeceğim Rusça zakon barışırın isteri primeniye Gagauz yazıka. Bu kanun işledi bizim tiyatromuzda tamam 1,5 yıl. Soru kapandı. Te bu ikinci soruş. Te bu iki soruşla ben götüreyim size mektup. Okunun tanışın. Давай умудрили через Женисбург. Николай Иванович, Николай Иванович, я люди попросили, ну как бы не хотят брать микрофон людям на работу. Они попросили, чтобы я сказал вместо них. Хорошо, хорошо. Женщина спрашивает. Только коротко, пожалуйста. Да, да. Женщина спрашивает по патентам, что исполнительный комитет думает делать. Это раз. И второй вопрос. Ее матери 87 лет. Она не может получать деньги за отопление. Компенсацию. Почему? Потому что говорят, вы живете с вашей дочкой, вы согласно закону не имеет права. Я ей сейчас сказал, выпишите ее и на улицу. Может, тогда дадите?
Потом будете говорить, у меня нет жилья, нет прописки. Понимаете? Давайте подумайте, как это сделать. Это раз. Во-вторых, почему она не получает вместо социального ассистента заработную плату? Потому что им надо и на работу ходить. Может, они будут нанимать какую-то женщину, либо сами это будут делать. Но это какая-то помощь, чтобы вы дали ответ этим людям. Хотел сказать Марье Семеновне то, что она говорила. Да, Марья Семеновна, вы знаете мое отношение к вам, я вас уважаю, но вы тоже красиво говорите. Что вам мешало в том созыве сделать законопроект, потому что это прерогатива исполнительного комитета, и выйти ходатайство в Народном собрании, чтобы они поддержали все, что вы говорили. Но вы сказали только одно, что просто Народное собрание не работало. А если бы вышли, вы сейчас говорили бы. Но вы сказали, что они два года, они ничего не делали. Вы сказали, два года, ну посмотрите, увидите. Так вот, то, что вы сказали, вам надо было выйти законопроектом, как ваша работа. А мы, депутаты, голосовали, не голосовали. Сейчас тоже заканчиваю. То, что говорил вот этот человек, писатель, он же сказал те слова, откуда мы должны отталкиваться. Мы не против людей, которые получают компенсации, афганцы, чернобыльцы. Но и туда мало. Мало. Но люди, кто стоял у истоков Гагаузии, люди, персональные люди, есть в каждом населенном пункте. Эти фамилии мы все знаем. И Буджа, который стоял на защите автономии, мы уже должны, в конце концов, Олеся Петровна, принять этот закон. Принять, чтобы люди уже хотя бы на закате своей жизни получали какие деньги. И последнее. По поводу нашего, по поводу театра человека. Где он? Он ушел. Но я ему хотел сказать, он меня услышит. Как звали его? Михаил. Я обращаюсь к нему, чтобы он услышал мои слова. Михаил, вы подождите, чтобы вам построили новое здание для театра. Сперва у нас стоит на пороге другие стройки. Это новый аэропорт и электростанция. Вот после этого перейдем к театру. Спасибо. Я сама еще буквально отвечу очень коротко. Я сказала на гагаузском, возможно, вы меня не поняли. Я не сказала, что прошлый созыв два года не работал. Я сказала, что последний созыв начал только сейчас работу свою. Поэтому сейчас у нас будет возможность выйти с инициативой, чтобы усовершенствовать закон. А что вы сделали в прошлом созыве? Почему вы тогда не инициативу? Мы работали. Я прошу вас. Вы работали? Но проверка была летом. Но проверка счетная. Проблемы, которые вы сейчас поднимали, вы должны были быть с этой инициативой. Все, спасибо. Спасибо. Георгий Георгиевич, пожалуйста, лечь. Мы немножко отошли от основной тематики, в связи с чем мы здесь находимся. Наверное, болезненных точек у нас очень много. Все сразу и не решим. Но тем не менее, меня поразило, уважаемые коллеги с исполкома, ваше выступление, по сути дела, были направлены на оправдание существующего положения дел в бюджетной сфере, как в расходной, так и в доходной части. Но реалии таковы, что положение дел не отвечает современным требованиям, требованиям общества, требованиям депутатского корпуса. И мы бы хотели от вас услышать не то, правильно ли мы выражаем политическую волю населения. Нет, мы правильно выражаем. Мы бы хотели от вас услышать, как это реализовать. Именно в этом и заключается главное предназначение исполнительной власти. Мы четко обозначили свои позиции. Мы хотим навести порядок в этой сфере. Хотим сделать вместе с вами эту работу. Если у вас не получится, ну что ж, мы тогда подберем других, у кого получится это. Но по-другому не будет, чтобы это четко и ясно осознавали. Мы говорим, что одним из резервов решения этих проблем с тем, чтобы действительно бюджет был социально ориентирован, как провозгласили при его принятии или подготовке принятия, это сокращение чиновничьего аппарата. Нельзя, ни в одной стране никогда не было, чтобы при сокращении реального сектора количество людей, задействованных в реальном секторе,
увеличилось количество чиновничьего аппарата. Мы не говорим о социальных работниках, мы не говорим о творческих работниках, мы говорим конкретно о чиновниках. Поэтому, пожалуйста, мы очень хотим совместно с вами работать. И принципиально важно, чтобы вы понимали, что мы проведем аудит, мы проинициируем с тем, чтобы разобраться, насколько прозрачно расходовались до сих пор бюджетные средства и что нужно предпринять в законодательном аспекте, в организационных вопросах, с тем, чтобы избежать подобного безалаберного расходования бюджетных средств. А то, что оно не удовлетворяет потребность общества, я думаю, тут каждому общеизвестно. Спасибо. Дмитрий Адамович, пожалуйста. Микрофончик, возьмите микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги, члены исполнительного комитета. Примар, мы принимаем законы для того, чтобы удовлетворить просьбы жителей нашей автономии. Сегодня, курируя профильную комиссию по образованию, вопросов очень много возникло. Я хочу сказать, что все вопросы, которые касаются образования, да, мы должны сохранить те суммы, да, финансы, которые были определены авторами проекта. Закон принят. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Тот вопрос, что касается вашего журнала, вопрос, который касается насчет театра, да, их у нас будет больше. А почему, Олеся Федоровна, эти люди должны с такими вопросами сегодня выходить к нам? Когда закон в 2018 году был принят, была определена сумма 5 миллионов, чуть больше лир. Сегодня исполнительный комитет предлагает для сохранения расширения сферы применения гагаузского языка 794 тысячи лей. Это касается и вопроса питания детей. Как мы с вами, коллеги депутаты, члены исполнительного комитета, да, пойдем на такой шаг, чтобы лишить завтрак ребенку? Сумму тоже сохранить и кормить детей в течение не до, как предлагается, до 1 июня, а до конца года. Я завтра комиссию соберу, приглашу и членов исполнительного комитета, мы выйдем с конкретным предложением. Но я бы сегодня хотел озвучить то, что все вопросы, которые касаются сферы образования, сохранить в том же контексте, который, как это было в 2021 году. Спасибо. Уважаемые друзья, наверное, каждый из вас сегодня, который находится в этом зале, разобрались, что бюджетный вопрос очень сложный. Вы, наверное, понимаете, что в простой семье, на работе, в любом производстве, я уже не говорю о масштабах нашей Гагаузии, это вопрос очень серьезный. Да, все выступающие, которые сегодня выступили, они все правы, понимаете? Все, здесь и культура, и кинотеатр, и все, всем деньги нужны. Вопрос касается денег. А мы с вами для того здесь сидим, что вот эти деньги, у нас только одна сумма есть, другой нету. Вот с этой суммой мы с вами вместе должны правильно его распределить на более нужные моменты. Для этого мы с вами сидим здесь. Конечно, здесь всегда будет скандал, когда денег мало. Но мы должны правильный путь найти. Я вас благодарю за такое активное участие. Я уверен, что здесь еще час, два, три мы посидим, и все равно будут вопросы. Не закончатся они. У нас есть еще впереди с вами другие встречи. Я уверен, что мы найдем с вами правильный, верный путь. Спасибо вам всем.